Финспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китцбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт. Телеканал Инспорт представляет 1xBet Cup – супертурнир по московской пирамиде. С 14 по 17 октября лучшие профессиональные бильярдисты мира наравне с любителями поборятся за призовой фонд в 5 миллионов тенге. Не пропусти главное событие в мире бильярда в стране в спортивно-развлекательном клубе «Бастау». Вся информация на fps-rk.kz. Генеральный спонсор турнира – букмекерская компания 1xBet. OneXBet Pro Hockey Лигасы ұсынады. Ассаламу алейкум, барша спортсүйер қауымға. Сізбен бірге Дархан Нұрпейсов пен Сергей Панов. Всем привет-привет. Ал біз Горняк аренасын көріп жатырмыз. Горняк аренасына келіп жатыр алматылықтар. Алматылықтар қонақ ретінде осы Қостанай өңіріне келіп жатыр. Бірінші рет осы жылда, осы маусымда, осы кездесу болады. Әрине өте қызықты ойын, өткені екеуі де осы плей-офф кезеңіне кіреміз деген арманда. Ал сіздің алдыңызда осы биылғы маусымның осы орындарын біз көріп жатырмыз. Қандай жағдайда көріп жатырмыз енді. Ал осы екі жақтың да статистикасы алдыңызда. Өте жақсы алматылықтар ұпайларды жинап жатыр. Және екі жақтың да құрамасын біз көріп жатырмыз. Ал Горняк пен алматылықтардың арасындағы осы тарих кездесулерін айтып кетейін. Осы екі рет жеңіп жатқан Горняк командасын біз көрдік. Ал алматылықтар әрине басымдықта 42 рет жеңіске жеткен осы кездесулердің арасында. Соңғы кездесу 9-шы қарашада болған Горняк пен Алматы арасында овертайм есебімен осы аяқталған кезеңмен 5-4 есебімен алматылықтар басымдылықты көрсете білді. Сондықтан да бүгінде кегін қайтару рудналық Горняк командасының мүмкіндігі бар. Сондықтан да өте қызықты ойын біз тамашалаймыз. Ал біз Инспорт телеканалындамыз. Құрметті жанкүйерлер, ал енді қазір Горняк командасының келуін біз көріп жатырмыз. Бізде бәрі де дайын болып тұр. Енді екі жақтың да ойыншылары қазір кіріп жатыр. Ал міне Горняк дәстүрлі қара киім мен қара жидені киіп осы ойынға шығады. Ал алматылықтар ақ формадағы киіммен шығады бізде қазіргі кезде. Ал енді бізде келесі мүмкіншілікті айтып кетейін мен сізге.
енді бізде өте жақсы төрешілерде қызмет атқарады. Ол 19-шы номердегі Андрей Коровкин, 91-шы номердегі Тимур Морев және 98-шы номердегі көксызықта төрешілік жұмыс атқаратын Нұрлан Алпыспаев және Никита Суслов. Ал алдыңызда екі жақтында қақпашыларын сізге көрсетуде Владислав Нурик 20-шы номердегі ойыншы, 2000-шы жылғы жылы туған ойыншы, өте жақсы статистика жағынан көрсеткіштерге тап болып жатыр. Бізде мен қазір айтып кетейін сізге. Енді 91.4% сізге көрсетуде Владислав Нурик, ал бізде алматылықтардың қақпасын қорғайтын Филипп Колесников 39-шы номердегі қақпашы. Негізгі осы құраманың қақпашысы ретінде 13 ойын өткізген болар, 88.2% көрсеткіштерге қол жеткізіп жатыр Филипп. Әрине қазір екі жақтында ойыншылары шығып жатыр. Міне, Горняк командасының жұмынында шығуын біз көріп жатырмыз. Ал әрдайым қолдайтын жанкүйерлер толып жатыр Горняк аренасында. Бізде билеуші топта қолдап жатыр өзінің командасын. Қараңыздар, әсем сұлу қыздар. Енді бізде өте жақсы ойын күтілуде. Міне, Түлкі Тұмары Горняк аренасында сырғанап жатыр. Енді бізде сырғанап тұр. Енді бізде қазір бәрі де дайын. Әрине, осындай би шашудан кейін өте қызықты, өте ыстық ойын күтілуде. Екі жақтың да ойыншылары шықты әрине қазіргі кезде. Ал жалпы бізде көш басшы ретінде бастап шыққан Хумо командасы 26 ұпаймен бірінші орында келіп жатыр. Намат командасы 22 ұпаймен екінші орында. Арлан 20 ұпаймен үшінші орында. Ал Горняк командасы осы соңғы кездесуді өскемен жеріне барып өзінің ұпайларын өте жақсы жинақтай алды. 12 ұпаймен жетінші орында орналасқан. Міне, біз тағы да көріп жатырмыз Филипп Колесниковты және Владислав Нурикті алдымызда. Ал алматылықтар осы плей-офф кезеңінің соңында жалғасып тұр. 9-шы орында әрине үміттеніп тұр қазір Алматы командасы, Алматы ұжымы. Ұпайларды осы Рудный қаласында жинақтаймыз деген армандары бар, мүмкіншіліктер де бар. Бірақ әрине қазір Сергей Викторович Невструевтің шәкірттері әрине онымен келіспей жатыр. Ал алдымызда енді қазір Әнұран, содан кейін қосыламыз тағы да. Один из бет про хоккей Легасы. Снова здравствуйте, замечательный хоккейный вечер. Очень-очень насыщенный сегодня в целом день. Множество игр для всех любителей хоккея сегодня представляет про хоккей Легасы. Телеканал InSport Live. Смотрите, болейте за свои любимые команды. Но у нас сегодня первое противостояние в этом сезоне. А именно Рудницкий Горняк на своем льду принимает команду Алматы из города Алматы
соответственно. Чего ожидаем от этой игры? Да всего самого интересного. Вообще в последнее время в нашем чемпионате стало уже за добрую традицию играть не просто в основное время, но еще и овертаймы. И болельщики, которые пришли сегодня Горняк-арену, однозначно ожидают и хотят сегодня, как говорится, по полной вкусить хоккея. Четверг, хороший вечер, довольно прекрасная погода и жарко будет у нас с вами на льду. Голкипер команды Алматы на ваших экранах Филипп Колесников. Колесников, у которого на данный момент хороший процент надежности, если учитывать, что Колесникову всего 20 лет. Филипп у нас с вами имеет процент надежности 88,2, тогда, когда его визави уже голкипер команды Горняк Владислав Нурек, которому 23 года, имеет процент надежности 91,4. Вот и посмотрим, что сегодня победит, чье, как говорится, кунг-фу, молодость или опыт. Игра у нас с вами начинается. Горняк сходу летит вперед силами сейчас Галимова. Галимов по борту пробрасывает. Атакует Горняк. Не удалось Оскару Юлборисову эту шайбу отобрать. Ну и пока у нас с вами разогревочное время первого периода идет, давайте поговорим о стартовых пятерках, о гостях. Линия нападения. 10 номер Данила Милушкин. Номер 8 это Илья Кобзалов. Номер 17 в свою очередь это Кирилл Баев. И пара защитников. Номер 25 Алексей Дерзаев. Номер 55 Владислав Казаманов. И уже если говорить в таком же ключе о команде хозяев, то здесь первое звено расположится в следующем порядке. Линия нападения. Номер 17 Оскар Юлборисов. Номер 10 Айдар Галимов. Номер 71 Денис Катов. Пара защитников. Капитан команды Александр Куршук. Номер 28 Владимир Кротов. Понятно, что у каждой команды в свою очередь все это номинально, да, и бывает зачастую таким образом, что сегодняшнее первое звено, завтра уже второе или третье. Но факт остается фактом. Заявочные листы находятся перед нами, и мы констатируем сегодняшний факт. Катков, передача не совсем удачная в средней зоне, шайба закрутилась. Садиков там дальше передавал ее, но отбор шайбы произошел. И уже Алматы строит свои планы по нападению, а именно Кожевников там шайбу завез в зону команды Горняк, но опытный нападающий Захар Захаров шайбу эту отбирает. Снова Садиков, далее уже подключается к атаке Маркобаев. Маркобаев это относительно новый игрок в составе команды Горняк, но вот уже отличившийся положительными шайбами заброшенными. Платонов сейчас не совсем удачно на Маркобаева отыгрывает эту шайбу у борта и не заметил сейчас шайбу у своих ног. Гурделев. Опасный момент. И моментище. Хорош. Гурев очень хорош сейчас. Мог стать героем вот этих первых двух минут. Врывается в зону уже теперь Силютин. Силютин в высоком прессинге пребывает. Там так же, как и Маркобаев сейчас. Помогает. Здорово. Хорошая передача под синюю линию. Но вот Гурев не решается самостоятельно атаковать. Все больше возвращаются команда Горняк сейчас в свою зону. И за ворот начнет, соответственно, свою атаку. Да, игра под номером 76 сегодня у нас с вами. Александр Куршук там. Не достается ему шайба. Горняк ее по-прежнему контролирует. Так вот, 76-я игра в нашем календаре в целом. И между собой команды сыграли 74 встречи. 32 удача была на стороне Горняков. И в свою очередь в 42 матчах удача была на стороне команды Алматы. Вот и первые моменты посыпались. Александр Куршук сейчас атаковал. Он на ваших экранах. И сегодня с нами 89 человек пока смотрит YouTube, телеканал Инспорт. И вот Виктор Джер пишет: ну, Алматы, давайте, пока болельщики команды Горняк отмалчиваются, молчат. В любом случае будем ожидать всего самого интересного. Мы читаем ваши мнение, ваши комментарии. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. 1xbet, смотри, хоккей, болей за любимой командой вместе с главным спонсором. Выигрывает Горняк сейчас вбрасывание. Катков. И вот я думаю, что для болельщиков команды Горняк приятным фактом является то, что... Давайте начну по-другому сейчас.
Вообще многие хейтили своих команд, и не только Горняк, но и команды Алматы, и команды Сарыарка. Говорили, что вот в этом году посыпались, да, вроде как большие планы были на будущее. Но наш чемпионат хорош именно тем, что потихоньку сейчас воспряла духом Сарыарка. Да, поймала она второе дыхание. Воспрял духом Горняк, тоже поймал свое дыхание. Была череда не совсем удачных, успешных игр. Да, такое бывает у всех. И говорил и тренерский штаб команды Горняк, что все придет, начало сезона. И пока еще идет определенная вкатка, притирка. Так оно, в принципе, и случилось. Тем радостнее для болельщиков тот факт, что Горняк сейчас показывает абсолютно другую игру, нежели, да, вот до определенного момента. Ну вот, по моему мнению, этот момент наступил, когда приезжала в город Горняков команда Сарыарка. И вот тогда это дыхание было действительно горячим, руднинским, настоящим, хоккейным. Тогда напомню, что команда Горняк у себя дома стартовала очень неплохо. Горняк, в свою очередь, первую игру проиграл, но вторую игру у Сарыарки выиграл. Далее у Горняка получился определенный выезд. Горняк поехал в Иртыш, где набрал 3 очка из 4 возможных. И поехал далее в гости к команде «Торпедо». Ну, «Торпедо» на данный момент, если по факту находится на 4-й строчке, имеет 19 очков. И вот таким вот образом Горняк на выезде против команды из Каменогорского «Торпедо» набирает еще 3 очка из 4. Таким образом, выездная серия Горняка говорит о том, что из 8 взяли 6 очков. Я думаю, что это очень и очень великолепно, здорово. Поэтому на подъеме сейчас прибывает Горняк, как морально, так и физически. Летит вперед у нас Захар Захаров. Захар Захаров на Платонова, шайбу у Платонова там не успел ее обработать. И уже впереди снова все тоже Кожевников. Кожевников атаку своей команды начинает. Далее передача на 93-го номера Тверда Хлебов. О нем, кстати, мы поговорим чуть попозже, потому что Сергей безоговорочный лидер команды. Нурек вступает в дело, пожалуй, что вот, ну, наверное, один из первых раз, когда мы с вами это видим. Салам пишет Воронеж за Горняк. Ну что ж, Воронеж, здорово. Давайте еще раз посмотрим за этой атакой. Хорошо, качественно, здорово. Нурек находится в своих ворот. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. Я везде казар. Бірінші кезен басталғалы Горняк командасы өте жақсы шабуылдарды ұйымдастырып, осы Филипп Колесниковтың қақпасының алдында өте жақсы тұрақты, нақты лақтырыстарды жасап жатыр. Александр Куршук та одан бұрын лақтырысты жасады, бірақ Филипп Колесников осы шайбын ұстай алды. Қазір тағы да Горняктың шабуылын біз тамашалап жатырмыз. Алматылықтар әрине қорғаныста, бірақ бір рет лақтырыс жасаған алматылық ойыншыларын біз тамашаладық. Бірақ Владислав Нурик әрине қалдап жатыр осы шайбаны. Тағы да Горняктың қазір шабуылын біз қарастырамыз. Ал менім әріптесім айтқандай, 8 кездесу өткізген Горняк командасын біз естіп жатырмыз, көрдік. 6 ұпай жинақтады осы 8 қарыс кездесуде. Әрине өте жақсы көрсеткіш. Мына жерде өте қауіпті жағдай. Бізде 21-ші Дмитрий Силютин лақтырыс жасаған. Тағы да көксіздіктен Лазарев лақтырыс жасап жатыр. Бірақ Филипп ешқандай бос ойынды көрсетпейді. Қараңыздар. Тағы да бізде, қараңыздар, жақсы қайталаударды біздің режиссерлар көрсетуде. Әрине осы қақпаның алдында Денис Гурьев та тұрақтап қалып жатыр. Горняк командасының ойыншылары алмасып жатыр. Одан бұрын Алматы командасы Көкшетауға барып 5-1 есебімен ұтылған болар. Көкшетаулықтардан Арлан командасы басымдылықты көрсете білді және жақсы шабуылдарды ұйымдастыра біліп осылай ұпайларды жинақтады. Алматы командасы, әрине мен айтып жатырмын, 9-шы орында келіп жатыр қазір осы маусымдық кестеде. Осы плей-офф кезеңіне кіреміз деген үміттері бар әрине. Әрбір ойыншы әрине өзінің үмітін, арманын ұстап жатыр. Тағы да лақтырыс, жойқын лақтырыс болды.
Сергей Шок. Мында Иван Канышев лақтыр жасаған. Бізде жарнама жама... Бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Ал бізде қазір қосып жатқан жанкүйерлер айтып жатыр, сәлем бер деп алматылықтарға, және Асел есімді қызға сәлем бер жатқан бізде жанкүйерлер бар. Енді бізде қазір осы InSport Live телеканалына қосып жатқан жанкүйерлердің пікірлерін біз қарап жатырмыз, естіп жатырмыз. Өте жақсы жалынды сәлем алматылықтарға және Асел есімді қызға бер жатқан жанкүйер бар бізде. Ал Александр Куршуктың лақтырысынан кейін Филипп Колесников лақтырысты қайтарды. Шайба алаңнан шығып кетіп жатыр. Сергей Викторович Нестроевті біз көріп жатырмыз. Осы Горняк командасының бас бапкері. Және Андрей Владимирович Спиридонов осы Алматы командасының бас бапкері ретінде шығып жатыр. Төрешілердің есімін мен атап кеттім осы ойынның басталғалы. Енді бізде Айдар Галимов шайбаға таласуда, және 71-ші номердегі Денис Скатов тұрақтап қалып жатыр. Осы қауіпті лақтырыстар, өте жойқын лақтырыс болды Денис Скатовтан. Қараңыздар, тағы да Денис көзге түсуде бүгінгі ойында. Бастапқы уақытта Денистің қозғалыс қимылы өте жақсы болып жатыр, ширақ болып жатыр. Александр Катков шайбаны ұстап өзінің әріптестерін іздеуде. Захар Захаров та қосылып жатыр. Ал бізде біз айтып жатырмыз, Батыр Марқабаев Горняк командасының жаңа ойыншысы ретінде келіп жақсы ұпайларды жинақтап жатыр. Ал бізде Қазақстан хоккейден бірінші күнінің бас демеушісі OneXBet компаниясы. OneXBet компаниясы көрсетілім демеушісі хоккей қара спорттық эмоциялардың бас демеушісі мен сүйікті командаларынды қолда деп жатыр. Ал бізде борттың қасындағы Талас Горняк командасының ойыншылары ал қойып жатыр, шабуыл жалғасуда. Алматылықтар қамалып жатыр өзінің алаңында. Захар Захаров және Данила Платонов. Катков, кешірім сұраймын, тағы да лақтыры Захаров. Шайбаға таласта көксіздіктен лақтыры жасаған Катков Александр тағы да болды. Мына жерде әрине өзінің қақпашысын қорғайтын ойыншысы Евгений Зуев Филипп Колесниковты әрине қорғайды бұл ойыншылар. Біз білеміз, қақпашылар осы команданың жартысын құрайды әрине, жарты бөлігін дейміз. Кешіріңіз, Платонов там на жерде болмай жатыр. Данила Валерий Садиков алдыңызда. Ал одан бұрын біз айтып жатырмыз, Горняк командасы, торпеда командасы мен осы таяқтарын түйістірді. 3-4 есебімен екінші ойынды Горняк командасы жеңіс туын көтерген. Ал бірінші ойын буллеттер жағынан жеңіліс тапты Горняк командасы. Торпеда ойыншылары нақты лақтырыстарды жасай алды буллетте. Әрине торпеда командасы осы 4-5-тікке 4 орынға ие болып жатқан команда. Әрине 4-ші орында келіп жатыр. Сондықтан да өте жақсы қарсылас дейміз, өте тәжірибелі ойыншылары көп. Васильев на жерде
ішінде барып, әрине қонақ ретінде ойнаған өте қиын болады. Мына жерде шайба тағы да бізде шығып жатыр алаңнан. Енді орта шебінен лақтыр жасайды төрешілер. Денис Гурьев алдыңызда. Иә, бізде Алматы ұжымының Сергей Твердохлебов атты ойыншысы әрине өте жақсы ұпайларды жинақтап жатыр. Сондықтан да Сергейден қазірде күтеміз өте жақсы лақтырыстарды. Әрине қазір үздік ойыншыларды атап кетейін мен. Осы қақпашылар бәсекесінде бізде жалпы кестеде Дамир Шаймарданов Хумо командасының қақпашысы бірінші орында келіп жатыр. 14 ойын өткізген болар. Және өте жақсы ұпайларды жинақтап жатыр. Осы Дамир Шаймарданов және Джалаладдин Амирбеков та Номад командасының ойыншысы өте жақсы көрсеткіштерді көрсете біліп жатыр. Жақсы ойындарды атқарып жатыр. Никита Бояркин Номад командасында да өте жақсы ойыншы ретінде. Номад командасында айтып кетейін, екі жақсы қақпашы, екі тең қақпашы ретінде. Әрине, бапкерлерді беріп жатыр екі жақтың қақпашыларына да. Екі мына жердегі Алматы командасының жойқын лақтырысы болды. Сергей Твердохлебов жаңа айтқан есім. Біз айтып жатырмыз, өте жақсы ашылып, өте жақсы пас қабылдап, таяқшасымен лақтырыс жасаған. Продолжается первый период, вторая половина первого периода стартовала. И вот так, навскидку, на взгляд, ну вот что сказать. Да, хозяева сейчас играют действительно по-хозяйски. Доставляют они проблемы своим гостям, своим соперникам. И что характерно, да, вот пока нет удалений. Это тоже очень такой приятный факт для команд в целом, нацеленных на хороший хоккей. Юлбарисов и Галимов. Ну вот, падает Оскар. Удаление, отложенный штраф. Сейчас Галимов с шайбой. Покинет ли створ ворот Нурек. Решил атаковать Лазарев. Дальше по борту Канашев. Уже снова у нас с вами продолжается отложенный штраф. Лазарев снова наброс. Ну, наверное, бы и не надо было спешить. Однако получилось то, что получилось. На ваших экранах сейчас Андрусенко. Именно он, да, если я не ошибаюсь, катит на скамеечку для плохих парней. Давайте смотрим, кто за что. Понятно, очевидно, ясно. Продолжаем следить за событиями. И момент однозначно был на Оскаре Юлбарисове. Да, все верно. Здесь от глаз судей не скрыться. Главный судей сегодня Андрей Коробкин, Тимур Морев. Помогают им линейные судьи Нурлан Алпыспаев, Никита Суслов. Ну и группа поддержки, которая в городе Руны всегда хороша, всегда прекрасно поддерживает своих любимых игроков. Иситип, передайте привет алматинцам и осели в частности. Да, мы всегда передаем, рады в южную столицу передавать приветы. Здорово, в Алматы очень красиво всегда, будь то зима, будь то лето. И каждый раз приезжая, мы с хорошими нежными чувствами пребываем в этом городе. Адархан, в Алматы был? Да, и не раз, конечно. Очень красивый город, зеленый, теплый, приветливый. Действительно, по-настоящему добрый. Ну и что ж, дальше продолжаем. Продолжаем следить за развитием событий. 1xbet Pro, хоккей Лига Сы, генеральный спонсор трансляции, компания 1xbet. И коли мы уже с вами поговорили о команде Горняк, о ее пути к этому матчу, говорили о том, что Горняк сейчас действительно находит, нащупывает свою игру и регулярно набирает очки, что очень и очень важно. Так вот, сейчас, собственно говоря, у Горняка есть возможность поиграть в большинстве. Однако, что мы видим, дорогие друзья? 11 номер Артем Бурделев сейчас в меньшинстве мог очень сильно нарушить планы команды Горняк, мог поразить ворота. Пропустили его там игроки команды Горняк, однако здорово, что отработали. И тут ответочка от команды Горняк, здорово. Еще есть время поиграть в большинстве, нужно сейчас не спешить. Расстановка нам нужна. Лазарев шайбой раскручивается. Дальше еще у нас Маркабаев есть. Маркабаев был шайбой. Лазарев ищет адресата.
И надо кого-то выводить на ударную позицию и атаковать. Времени остается не так много. Наброс на ворота. На месте Колесников. Колесников здорово отрабатывает. Гурьев. Гурьев там тоже мог атаковать. И Маркобаев. Маркобаев. Шайба не доходит. Вернее, доходит до голкипера, но Колесников ее парирует, отводя в сторону. Продолжается атака Горняка. Ну вот вторую половину большинства. Очень здорово. Маркобаев. Ты смотри, что делает у нас Батыр. Здорово. Команды играют в равных составах. Однако есть ощущение, что еще не отошел Алматы от меньшинства. Еще один наброс. Вот Маркобаев, герой этих секунд, был большинства. И сейчас делает еще то же самое. Набрасывает на ворота, атакует. Горняк поедет сейчас на смену. Так оно и случилось. Давайте еще разочек посмотрим. Начинает свою атаку уже Зуев из-за своих ворот. Длинным пасом. Первой на шайбе Петросян. Тигран. Есть еще у нас Стас Петросян, который сегодня играл за команду Актобе. Очень две были интересные игры Намат Актобе. Так вот, в первой игре Актобе выиграл по булитам команду Намат. И решающую шайбу в серии булит забросил именно Стас Петросян. Ну вот, не знаю, насколько это его брат Тигран или нет. Если можете, напишите в чате, мы прочитаем, нам будет очень интересно. Но, тем не менее, да, вот такой игрок есть. Продолжается атака. Незрячий пас такой был, но, слава богу, все обошлось. Шарипов там первую эту шайбу выуживает после передачи. Наброс. И Колесников фиксирует шайбу в своей ловушке, давая своим парням своим возможность смены. Кротов на ваших экранах. Вообще, вот у нас с вами реклама, после чего мы вернемся. Бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Один из бет про хоккей Лига СЫ, Горняк-Арена, город Трудный, 12 октября. Сергей Игоревич Струев на ваших экранах, главный тренер команды Горняк и, соответственно, его подопечные рядом. Галимов против Ковзалова. Сами вы все видели, кто был победителем в этой микродуэли. Могла быть хорошая атака, однако не попадает сейчас с первого раза по шайбе Кирилл Баев. Но вторая атака уже, к сожалению, была мимо кассы, как говорится. Баев на ваших экранах. Сейчас нападающий Кирилл Баев находится у нас не где-нибудь, а в первом звене. Вот таким вот образом Владислав Нурек был на ваших экранах. Ну, а здесь уже скамеечка команды Алматы. Да, и вот, в частности, тут даже нас похвалили, сказали, комментаторы, вы лучшие. Но мы все, в принципе, делаем для вас. Нас смотрит 126 человек. Всегда интересно ваше мнение. Конечно, если оно по существу и никакой нет междусобицы среди болельщиков в эфире, это очень-очень здорово. Горняк продолжает, начинает свою атаку из своей зоны. Юл Борисов вперед, сам прорывался вперед. Ну вот его настрой и желание прерывают игроки команды Алматы. Галимов. Снова Юл Борисов. Что придумает Юл Борисов? Набрасывает за ворота. Далее, соответственно, уже шайба у еще одного игрока команды 71-го. Это Скатов. Скатов опытный игрок в команде Горняк. Далее Алматы. Череда передач, которые находят своих адресатов. Но так или иначе продолжается у нас первый период. Остается менее 5 минут. Я дұрыс, бізде шабуыл тағы Рудный қаласының ойыншылары қазір шабуылдап жатыр. Тағы да лақтырыс болды. Бізде алматылықтар қорғаныста. Одан бұрын екі жақтында ойыншылары қателесіп жатыр. Міне мына жерде кіріп жатыр Анатолий Шишов. Алматылықтар алып қойып жатыр шайбаны. Және өзінің қарымта шабуылын ойындастырып жатыр. Өте қауіпті лақтырыс мына жерде.
Владислав Нурик мықты қорғанысты тауып жатыр. 11-ші номердегі Артем Бурделев мүмкіншілік пайда болды, бірақ Владислав Нурик онымен келіспей лақтырыстарды қайтарып жатыр. Бір емес, бірнеше лақтырыстарды қайтарды. Өте жақсы үзінді алматылықтар өткізді, тамаша. Ширақ шабуылдарды және қарымта шабуылды ұйымдастыра білді. Бірақ ешқандай нәтиже болған жоқ. Есеп әлі де 0-0 болып жатыр. 4 минуттай уақыт қалды. Алдыңызда Андрей Владимирович Спиридонов. Әрине ойлы қырлы сезімін көрсетуде қазір. Алматылықтар әрине қонақ ретінде келіп, бір және екі ұпай алуға мүмкіншіліктерін армандап тұр. Өте қауіпті лақтырыс болды. Александр Катков шайбаны қабылдап жатыр қазіргі кезде, ұстап жатыр, өзінің әріптестерін іздеуде. Шайба көк сызықтан осы қонақтар алаңынан шығып кетті. Тағы да қарымта шабуыл, бірақ 21-ші номердегі Дмитрий Силютин ережені бұзған. Әрине офсайд ережесі бұл, солай шығар. Қазір төрешілердің шешімін біз көреміз. Ал шайбаны орта шебінен менің ойымша енгізеді қазір төрешілер. Иә, Артем Бурделев одан да бұрын лақтырыстарды жасады. Иә, бізде жанкүйерлер жазып жатыр, ешқандай қара сөздерді айтпау. Инспорт Лайф телеканалында ол жанкүйерлердің достастығы өте, әрине достастығы ретінде осылай жақсы пікірлерді жазып, бір-біріне қайырымды сезімдерін көрсету, ол өте маңызды бізге де, құрметті жанкүйерлер. Қазіргі кезде, қазіргі әлемдегі осындай қақтығыстар болып жатыр, соғыстар болып жатыр. Ол керек емес нәрсе деп ойлаймыз біз. Әрине жанкүйерлердің пікірлерін естуімізге қазір оқуға да өте бізге пайдалы болып жатыр. Алматылықтардың қорғанысы, одан бұрын Горняк командасының шабуылы өте ширақ болды, бірақ ешқандай нәтиже де болған жоқ. Алматылықтар тағы да қазір ойластырып жатыр осы шабуылдардың амалын. Иә, төрешілер сықырығы. Ал хоккейді не басқа спорт түрлерін ұнатасыз ба? Онда көрсетілімнің бас демеушісі OneXBet компаниясының сайтына өтініз, өз фавориттеріңізді бізбен бірге қолданыңыздар деп жатыр OneXBet. Esport Live телеканалы, қараңыздар, қайталап жатыр бізге өте жақсы шабуылды. Бірақ осы ойыншылардың бақтары жанған жоқ. Ешкім голды соға алмады. Мына жерде Вячеслав Шарипов лақтырыстарды жасап жатыр. Алматылықтар қорғаныста шығып жатыр өзінің алаңынан, бірақ екі жақтың да қателері бар. Владислав Нуриктің қақпасы нақты жабық деп жатырмыз. Дмитрий Васильев мына жерде кедергі жасады алматылық ойыншысына шабуылды жалғастыруға. Қараңыздар, иә дұрыс, 37-ші номердегі ойыншы Илья Патырка ұмтылыс жасаған, бірақ оған кедергі жасаған Дмитрий Васильев. Әрине екі жақтында ойыншылары өте тәртіпті бірінші кезеңді өткізіп жатыр. 2 минуттай уақыт қалды. Тәртіпті ойын деп жатырмыз біз. Бір ғана осы ереже бұзақылық болды. Айыпталу аймағына алматылықтар ғана кіріп жатыр. Иә, дұрыс. Қазір біз алматылықтардың шабуылы. Владислав Нурик нақты өзінің жағын жауып тұр. Алаңнан шығу мақсаты әрине қазір. Ал иә, аяқты іліп алған үшін Юрий Андрусенко, 92-ші номердегі алматылық ойыншысы, айыпталу 2 минуттық айыпталу уақытымен жазаланды осы бірінші кезеңде. 1 минут 50 секунд қалды осы бірінші кезеңнің аяқталуына. Ал біздің маусым өте мықты болып жатыр. Қазір қауіпті лақтырыс Артем Бурделев атынан шығып жатыр.
мен айтып жатырмын, маусым өте мықты басталып жатыр. Сарыарқа командасы мен Горняк командасы және Торпедо командасының ойыншылары өте жақсы нақты лақтырыстарды жасап жатыр. Қазір Валерий Садиков лақтыр жасады, Филипп Колесников қайтарды. Осы маусымдық ойындар ретінде шыққан нәтижелері өте қалайтса қызықты болып жатыр. Овертайм кезеңдері толы маусым болып жатыр. Өйткені екі жақтында бүкіл командалардың ойыншылары әрине өте жақсы ойындарды көрсетіп жатыр. Маусым өте қызықты өтіп жатыр. 14-16 ойын өткізген клубтар бар бізде. Сондықтан да айта алмайсың, кім бізде. Әрине, Хумо командасы мен Номад командасы айтарлықтай басымдықты көрсетіп жатыр. Арлан мен Торпедоның арасындағы қақтығыс өте қызықты болады. Біз үміттенеміз. Әрине, екі жақ, осы екі клубтың кездесулері өте ыстық болады. Өте қызықты болады. Голдарға толы және овертайм, буллиттер жағынан да өте жақсы ойындар болады. Сондықтан да маусым өте қызықты өтіп жатыр. Әлі де қараша айы бар және осы қазан айында да ойындар толы. Бүгін ойын өткізетін Номад пен Ақтөбен арасында овертайм кезеңінде Номад командасы басымдықты көрсете білді. 3-2 есебімен ұтқан болар Номад командасы. Өзінің алаңында Сарыарқа мен Бейбарыс арасындағы қақтығыс қазірде болып жатыр. Бірінші кезеңде 1-0. Және Ертіс пен Торпедоның арасындағы қақтығыс бірінші кезең 0-1 Торпедо басымдығымен өтіп жатыр. Арлан мен Құлагер есеп әлі де осы ойындай Горняк пен Алматы ойыны сияқылды 0-0 болып жатыр әлі де. Және кім ойнайды? Ертен сағат 5-те кездесу болады Горняк пен Алматының арасында. Ал осы бүгінде ойынға толы күн болып жатыр. Алматылықтар қазір алып жатыр шайбаны. Шабуылды ұйымдастырамыз деген. Міне, уақыт бітті бізде. Есеп 0-0. Артем Бурделев, Сергей Твердохлебов, Валерий Садиков атты ойыншылар, Оскар Юлбарисов атты ойыншылар өзінің мүмкіншіліктерін пайдалана алмады. Нақты лақтырыстар болған жоқ. Бірінші кезең өте тәртіпті болды. Екі жақтың қақпашылары өте жақсы нақты қорғап жатыр өзінің қақпасын. Міне, төрешілер алқасы қазірде демалысқа аттанып жатыр. Ал бізде шағын ғана интервью болады. Менің әріптесім Сергей қазір бір ойыншыны алып әрине әңгімелеседі. Ал жанкүйерлер, құрметті жанкүйерлер, осы екінші кезеңде кездескенше. В городе Рудный, как настроение, как лед в целом, какое состояние у команды? Здравствуйте, всех приветствую в этом прекрасном городе Рудном. Вот, очень рад сюда приезжать. Кстати, замечу, очень сильно изменился именно дворец. Спасибо, наверное, городу за это. Болельщиков, видно, добавилось. Очень приятно. Состояние, я думаю, игровое, как бы, и все-таки играем. Леш, ну а теперь серьезно, подведи итоги первого периода, как оцениваешь игру, что нужно усилить для того, чтобы, ну вот, забрасывать уже шайбы? Согласен. То, что нам надо добавить, потому что Горняк выступает именно первым номером. Пацаны бегут, грызутся, держат шайбу. Нам именно надо добавить в компоненте, наверное, во всех. Вот, если серьезно об этом говорить. Но, как говорится, игра длится 60 минут, не 20, как бы второй период, третий все покажет. По ходу трансляцию сегодня мы ведем, и ваши болельщики из города Алматы передают вам большой привет. Что-то скажете своим болельщикам? Да, спасибо вам огромное, что нас поддерживаете, как бы будем. Мы играем только ради вас, так что
Еще раз спасибо огромное. Все, Леш, спасибо, не задерживаем. С нами был капитан команды Алматы Алексей Дерзаев. Спорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport. Телеканал InSport представляет 1xBet Cup – супертурнир по московской пирамиде. С 14 по 17 октября лучшие профессиональные бильярдисты мира наравне с любителями поборятся за призовой фонд в 5 миллионов тенге. Не пропусти главное событие в мире бильярда в стране в спортивно-развлекательном клубе «Бастау». Вся информация на fps-rk.kz. Генеральный спонсор турнира – букмекерская компания 1xBet. Один XBet Pro Хоккей Лига СИ. Первое противостояние в этом туре, но третье по ходу этого сезона между командами Номад и командой Актобе, город Актобе. Довольно интересное противостояние, и начали команды очень и очень живо, старались
друг друга огорчить. И обоюдо острая была игра. Никуда не спешил Намат, старался поймать свою игру. И Актобе особо больше присматривался в первом периоде, нежели создавал что-то особо острое на 100%. Но моменты были, моменты, которые мы сейчас с вами смотрим. Пелевин, наброс на ворота. Здесь уже Стас Петросян, передача своему партнеру. И очередной опасный момент. Очень хорошо Никита Бояркин в створе ворот у команды «Намат» отработал в первом периоде. И также Артем Микушин в створе ворот команды «Актобе» также был великолепен. Смотрим за еще одним опасным моментом, который был, в свою очередь, уже у Колесникова. Смотрим еще раз за этим моментом. Ну вот, в целом, в первом периоде команды сыграли в ничью, и заброшенных шайб в первом периоде мы с вами, к сожалению, для болельщиков и той, и другой команды не увидели. Также не увидели большого количества удалений, потому что в первом периоде команды отыграли очень и очень хорошо. 2 минуты у команды «Намат», 4 у команды «Актобе». И в целом, ну вот только вдумайтесь, да, в первом периоде 4 броска по воротам нанес «Намат». 3 броска команда «Актобе», вот о чем можно говорить, да, о том, что команды больше, наверное, присматривались. Микушин набрасывает для партнера, здесь уже Юдина мы видели, Сергея Юдина, смотрим еще раз за этим моментом, и есть заброшенная шайба, первая заброшенная шайба во втором периоде, никто иной, как Сергей Юдин, сам себе создал момент у борта, сам себе выложил ее на оперативный простор и сам забрасывает в этом эпизоде, открывая счет в этом матче. Сергей Юдин, игрок под номером 9 от команды «Актобе». Дальше команды продолжили свой путь по этому матчу. «Актобе» старался все больше атак создать, и у них это получалось. Смотрим, Стас Петросян, один из людей, которые сегодня забрасывали, один из хоккеистов. Стас Петросян делает счет 2-0 с передачи Киковского Владислава Комарова. Так вот, обескураживающе проходил второй период для команды «Намат». И вот, ну, казалось, что все, подопечные Федора Васильевича Полищука сегодня, наверное, да, не в той кондиции, не в той ситуации, не в той игровой форме. Однако, у чемпионов страны были совсем другие планы на второй период. Второй период, который в целом был результативным и для команды «Намат». Но до этого мы сейчас дойдем. Гатьятов, наброс на ворота. Здорово там Бойко мог подключаться к этой ситуации. Давайте еще разочек посмотрим на эту историю, на эту атаку. Ну, а здесь уже заброшенная шайба в ворота Артема Микушина. Смотрим еще разочек за тем, что происходило. А происходило то, что Вячеслав Колесников забрасывает в большинстве. Максим Мусоров, Эдуард Шетли им в этом ассистировали. Здесь на льду находится у нас Абдрашитов. И атака команды «Намат». Мусоров, передача, здорово. Не хотя обидеть, конечно же, команду «Актобе», но команда «Намат», да, действительно действовала поострее не только во втором периоде, но и в третьем. Еще одну атаку в исполнении команды «Намат» мы видели. На пятачок шайба выгружается близ вратаря, близ голкипера. И еще разочек Бойко мог быть близок, но здесь есть Колобов. Никита Колобов, который реализует второе большинство для своей команды. Олег Бойко, Александр Пелевин ему в этом ассистируют. И, пожалуй, из интересного все, да, кроме скромных девчонок, которые сегодня у нас с вами были в многофункциональном ледовом дворце спорта «Барыс», видели силовой прием в исполнении Колесникова. Таким образом, третий период, который у нас был ознаменован 4 заброшенными шайбами во втором, были особо опасные моменты, но заброшенных шайб в третьем периоде, к сожалению, для болельщиков и той, и другой команды не увидели, но моментов была большая россыпь у «Актобе» и еще больше у команды «Намат». Один из этих эпизодов мы видели, Бойко мог стать героем ситуации, который был на пятачке. Вот его атака, но Артем Микушин отработал очень-очень здорово. Мусоров атаковал в ближний угол, не попадает он в створ ворот. На месте Артем.
Еще одна атака. Здесь Шульга уже дважды мог стать героем. Не получилось. Хорошую скорость Николай Шульга набирал. И здорово. А Эдуард Шетли набросал. Бет Про Хоккей Лигасы Инспорт Лайв телеканалында Горняк пен Алматының арасындағы қақтығыс 14 лақтырыстарды Горняк командасы лақтырды қақпаға. Филипп Колесников лақтырыстарды қайтарды. Және 7 лақтырыстар алматылықтар қонақ ретінде лақтырыс жасады. Бірақ басымдылық әрине Горняктың еншісінде. Горняктың шабуылдары ширақ және нақты бұл жатыр, ал шайбаны көп уақытта қара жидені киген ойыншылар ұстап тұр. Ал төрешілер алқасы қазір шығып жатыр мұз алаңына. Штрафтық минуттар өте аз, тәртіпті бірінші кезеңді біз тамашаладық. Құрметті жанкүйерлер, бізде 2 минуттық штраф алған Юрий Андрусенко болды, аяқты іліп алған үшін. Ал Горняк командасының ұжымы өте жақсы тәртіпті ойын көрсете білді. Сергей Викторович Нестроев әрине онысындай нәтижемен қуанып жатыр. Алматылықтар шайбаны алып қойып жатыр және
осы қожайындарын алаңына енгізіп жатыр шайбаны, бірақ онымен келіспейтінін рудналық Горняк ұжымы шайбаны қазір тағы да алматылықтар қайтарып жатыр қожайындарын алаңына. Әрине, біз айтып жатырмыз Алексей Дерзаевтың қазір мына жерде бізде гол болып жатыр. Әрине, өте қауіпті лақтырыс болды. Ешқандай гол соғатын мүмкіншілік болған жоқ. Бірақ қараңыздар, мына жерде 25-ші номердегі Алексей Дерзаев атты мен жаңа ғана айттым. Лақтырыс көк сызықтан жасады. Алексей Дерзаев әрине көк сызықтан лақтырыс жасайды. Өйткені қорғаныста қорғаушы ретінде осы ұжымда мақсаттарын атқарып жүр қорғаушы ретінде. Алексей Дерзаевты біз құттықтаймыз. 13 ойында өте жақсы ұпайларын жинақтап жатыр Алексей. Алматылықтар алда енді 0-1 есеп. Осы 30 секунд аралықта екінші кезеңде алматылықтар есеп ашып жатыр. Әрине, Алексей Дерзаев айтқандай, мен Сергей әріптесім екеуі әңгімелескен кезде айтып жатыр, бізде 60 минуттай уақыт бар, әлі де сондықтан 20 минуттық басымдылықты көрсеткен Рудный ойыншылары әрине өте жақсы, бірақ біз әлі де біздің мақсатымыз арғарай ойнауға, арғарай өте нақты лақтырыстарды жасаймыз деген әңгіме болды. Ал енді қазір қараңыздар, көк сызықтан айнадай осы жақсы лақтырысты Горняк командасының ойыншылары лақтырыс жасап жатыр. Бірақ Филипп Колесников қайтарып жатыр. Ұстап жатыр осы шайбаны. Хоккейден Қазақстан біріншілігінің бас демеушісі OneXBet компаниясы бол жатыр. OneXBet компаниясы көрсетілімнің демеушісі хоккей қара спорттық эмоциялардың бас демеушісі мен сүйікті командаларыңды қолда деп жатыр. Енді енгізу қонақтарының алаңында Батыр Марқабаев жоғалтып алды шайбаны, бірақ Горняктың еншісінде шайба қазір. Батыр Марқабаев әріптестерін іздеуде, соққы, бірақ қорғаушылардың арасында шайба тоқтап қалып жатыр. Ал алматылықтар өте оңай голды соғып, осылай есепті ашып жатыр Алексей Дерзаевтың лақтырысымен. Горняктың шабуылы тағы да басым уақытын басымдылығы Горнякта. Шайбаны өте жақсы қабылдап жатыр. Көк сызықтан тағы да лақтырыс. Ашық хоккей болып жатқанымыз көріп жатырмыз. 25-ші бізде Александр Семочкин лақтырысты жасаған. Енді қараңыздар, тағы да қайталау. Александр Семочкиннің лақтырысы болып жатыр мында. Енді тағы да қонақтардың алаңында лақтырыстар. Бірінші тағы да Горняктың лақтырысы болып жатыр, бірақ қорғаушылар өте жақсы қабылдап жатыр шайбаны. Қараңыздар, лақтырыс тағы да көк сызықтан. Владислав Мурик ұстай алмады осы лақтырысты дейміз. Айтарлықтай бізде параллельдік ойындарда ешқандай өзгерістер жоқ. Оларда да екінші кезең басталып жатыр. Мына жерде Вячеслав Шарипов кіріп жатыр қонақтардың алаңына. Жақсы орналасып жатыр Горняктың ойыншылары. 37-ші Артем Буб бізде жас хоккей лигасында да ойын көрсетеді. Осы жас хоккей лигасының ұжымында Горняктан шығып жатыр Артем. Өте жақсы мүмкіншілік пайда болды, бірақ қақпадан тыс лақтырысты жасаған Артемді біз тамашаладық. Алматылықтар әрине қазір екінші кезеңді өте жақсы бастап ұмтылыстарды жасайды. Филипп Колесников жайбарақат ұстап жатыр шайбаны. Өте оңай, өте жеңіл лақтырысы деп жатқандай бізде қазір қараңыздар, Скатов Денис лақтырыс жасаған және
осындай жақсы көрініс бізге. Операторлар өте жақсы қызмет атқарып жатыр. Айдар Галимов пен Илья Патырка болды. Алматылықтар енгізуді қабылдап жатыр өте жақсы. Дамир Айдуков. Өте қауіпті Денис Катов. Кіріп жатқан Ширақ қозғалысты көрсетті. Қақпаның қасына Александр Куршук. Қазір төрешілер қандай шешім қабылдайтын. Алматылықтар шабуылда. Бірақ Владислав Нурик алып қойып жатыр шайбаны. Бізде Дамир Айдуков қайтара соққыны жасайым деген ұмтылыс жасады. Бірақ Владислав Нурик қабылдап жатыр шайбаны әрине. Енді бізде тағы да тәртіпті ойынды біз көріп жатырмыз. 5 минуттай уақыт, 4 минуттай уақыт өтті. Сондықтан да тоқтатулар болып жатыр. Екі жақтың да қақпашылары шайбаларды ұстап, осындай үзінділерге жарылып жатыр ойын дейміз. Тағы да қараңыздар, Анатолий Шишов. Бізде Артем Бурделев шықты. Және қазір Горняктың еншісінде шайба. Бірақ қателесіп жатыр. Өзінің пасынан Горняктың ойыншылары. Захар Захаров. 97-ші бізде Иван Канышев. Үшінші ұжымның ойынын біз тамашалап жатырмыз. Захар Захаров қазір екінші ұжымнан өте қауіпті. Захар Захаровтың лақтырысы болды. Қауіп жатыр бір-бірін әріптестер. Тағы да Захар Захаровтың еншісінде болатын шайба болды. Бірақ ұстай алмады. Захар осы қабылдай алмады шайбаны. Егор Кожевников қателесіп жатыр қазір. Алматылық ойыншылары. Захаров. Шабуыл. Қарымта шабуыл. Мына жерде 28-ші Владимир Кротов. Бірақ қабылдады алматылық қақпашылар осы. Тағы да мына жерде төбелес әрине. Доғарып жатыр төрешілер осы айқасты. Евгений Зуев пен Владимир Кротов төбелесеміз деген ниетін көрсетті. Бірақ төрешілер алқасы әрине ондай істерді тез жауып тастайды. Міне, бәрі де тәртіпті болды ереже бойынша. Осы Евгений Зуевтің жағынан дейміз. Бірақ әрине Владимир Кротов лақтыр жасаймын деген ниетін көрсетті. Өте жақсы лақтырыс. Қабылдай алмады қазір Филипп Колесников. Тағы да лақтырыс. Горняктың еншісінде шайба. Пас алмасу. Қателесіп жатыр Батыр Марқабаев. Ядрус. Тағы да қойып жатыр Батырдың еншісінде. Лақтырыс қауіпті. Бірақ Филипп Колесниковтың позициясы мықты болып жатыр. Алматылықтар шайбаны алып қойды. Енді осы оңтүстік өңірдің ойыншылары шабуылдап жатыр. Бізде Алексей Дерзаев алдымызда болды лақтыр жасаған. Бірақ қақпашылар қолдап жатыр осы шабуылды. Қарсы алып жатыр, жауып жатыр өзінің қақпасын. Ал Сергей, саған сөз. 1xBet Pro Хоккей Лигасы. И давайте вернемся на 5 минут назад. В тот момент, когда мы с вами увидели статистику на экранах по первому периоду, четко было видно и, в принципе, понятно, не хочу никого обидеть, но Горняк играл первым номером в первом периоде. И статистика тому подтверждение. 14 бросков нанес Горняк по воротам Филиппа Колесникова. В свою очередь, Алматы всего 7 бросков по воротам Владислава Нурек. Статистика, да, действительно дело хорошее. Так и было, собственно говоря. По тому, что мы видели, очень интересно начали оба коллектива. Но вот, в свою очередь, хозяева вели себя по-хозяйски. Что и подтвердил
в интервью после первого периода капитан команды Алексей Дерзаев. Так вот, Леша говорил о том, что Горняк играет первым номером, Горняк цепляется за шайбы, Горняк грызется по-хоккейному в хорошем смысле этого слова. И понятно, что нужно что-то в своих компонентах менять. На вопрос, что нужно, Алексей Дерзаев сказал, что будем менять все, будем усиливать все, не хватает где-то в различного рода компонентах. И таки Алексей Дерзаев свое слово сдержал. Забрасывает он первую шайбу после 29 секунд от начала второго периода. Так или иначе, времени еще очень и очень много. Оскар падает, поднимается, летит вперед. Галимов сейчас уже ската, отложенный штраф. Мы видим на наших экранах Евгения Зуева. Зуев, который моментами ранее там толкался с Кротовым, пытался выйти с ним на диалог, такой по-мужски потолкаться, как говорится, по-братски во дворе. У нас с вами реклама, после чего вернемся. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. Смотри хоккей, болей за свои любимые команды вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Еще раз смотрим этот интереснейший момент. Оскар Юлбарисов снова на себе ловит нарушение. Евгений Зуев здесь. Зуев, повторюсь, до рекламы говорил, там вместе с Кротовым потолкались у ворот Филиппа Колесникова. Ну, так вот, по-мужски, без каких-либо санкций. Горняк сейчас снова второй раз в этом матче играет в большинстве. И нужно бы, конечно, сейчас усилить этот компонент и уже забросить, потому что болельщики команды «Горняк» гонят свою команду вперед. И не просто вперед, вот в перерывах между периодами я разговаривал с лидерами фанатского движения команды «Горняк». Так вот, они просят передать привет своей команде, всем болельщикам, которые смотрят онлайн. Приходите, болейте на «Горняк-арену». Поддерживайте свою команду и хотят уже увидеть шайбу, потому что приготовлены сюрпризы для команды. Это своеобразный дуд, как говорят, от «Локомотива» даже есть. Ну вот, забросят, услышим. Барабан, все, что требуется. Громкие голоса, все присутствует. Осталось только команде «Горняк» забросить шайбу. Просят свою команду забросить. Ну вот, Богдан Потапов, болеем за родной Алматы, передает привет. Здорово. Богдан Потапов, если вы смотрели, то... Алексей Дерзаев, да, передавал вам привет. В любом случае, Горняк сейчас здорово обороняется. Перехватил Горняк шайбу и уже ищет возможность дальше для большинства. Тем более, что минута большинства второго уже прошла. Пока, ну вот, не совсем успешно хозяева действуют в большинстве. Ищут подходы. Ищут сейчас вот адресата для передачи своей Садиков, если это Валерий. Да, это Валерий, все верно. Далее шайбу хотел набросить на ворота Шишов. Шишову этого не получилось. Однако шайба продолжает гостить в зоне команды Алматы. И моментище. Ну, здорово сейчас. Куча мала, как говорится, там на пятаке. Начал этот поход за шайбой никто иной, как Захар Захаров. Именно он там атаковал ворота, после чего, собственно говоря, уже ряд добиваний полетело. Раскатывает Горняк сейчас свою атаку. Захаров снова набрасывает на ворота, но Филипп Колесников ловит эту шайбу, не давая никакой возможности для атаки. Платонов на ваших экранах. И дальше, продолжая разговор о статистике, 12 вбрасываний выиграл Горняк против 7 у команды
Алматы. Давайте еще разочек посмотрим. Маркабаев там на пятак накатывал. Платонов на пятак накатывал. Два игрока команды «Горняк» были на пятачке. Тем не менее, сейчас на ваших гранах Васильев. Маркабаев на пятаке против Ковзалова. Еще одно противостояние, микропротивостояние. «Горняк» эту шайбу отвоевывает. И далее уже ищет возможность для атаки. Команда играет в полных составах. Мощно от синей линии «Горняк» атакует. Канашев там наброс на ворота. Подхватывает Гурьев шайбу. Не удается ему ее зафиксировать. И «Алматы» сейчас полетел, поскакал, побежал вновь в атаку. А был это никто иной, как Кирилл Баев. На ваших экранах защитник Иван Канашев. Канашев, который очень здорово себя в этом сезоне проявляет. Такая глыба в защите. Действительно защищает по-настоящему свою команду. Ну и девчонки из группы поддержки также. Маркабаев против Ильи Ковзалова. Еще разочек встретились эти парни на точке вбрасывания. Горняк и атака уже от Басимова. Спартак атакует. Горняк парирует эту шайбу. Далее по борту и проброс. Проброс фиксируют у нас судьи. Что интересно и что радостно для болельщиков команды «Горняк», завершилось онлайн-голосование. Лучший сейв третьей недели, лучший силовой третьей игровой недели. Так вот, радуйтесь, игроки команды «Горняк». Лучшее спасение недели, вот именно третий в свой актив записал вратарь «Горняка» Владислав Нурек. И, соответственно, Александр Катков, лучший силовой прием, по мнению болельщиков. Да, видели мы эти силовые приемы. Кто не видел, посмотрите на телеканале InSport Live. В целом, есть там такие обзоры. И на сайте prolegacy.kz, где статистика, где самые интересные выкладки, новости про наш 1xbet про Legacy. Так вот, вернемся к тому, что я думаю, что это радостный момент, хороший, приятный момент для игроков, собственно, команды «Горняк», ну и, конечно же, для болельщиков. Все-таки игры и заброшенные шайбы, и все, что в целом делается в клубах, делается именно для болельщиков той или иной команды. Лина пишет: «Горняк, вы лучшие, давайте шайбу, всей хоккейной семьей в вас верим». Ну, вот что сказать, очень приятно читать такие сообщения, потому что действительно здорово, что болельщики болеют за свою команду. Параллельно с нами сегодня играет также Сарыарка Бейбарыс, Сыртыш Торпедо, Орлан Кулагер, «Горняк Алматы» это у нас. Намат Актобе уже сыграл, про этот матч мы говорили. Про то, насколько интересные пары у нас сегодня, скажу, что особо интересные — это вот «Горняк Алматы». С точки зрения турнирных раскладов, ходьба по этому чемпионату, по набору очков разная. Про «Горняк» я уже говорил, про «Алматы» скажу сейчас чуть-чуть попозже. Еще одна интересная пара — Сарыарка и Бейбарыс. Сарыарка, которая также сейчас воспряла духом, игроки притерлись друг к другу, привыкли к тренерскому штабу, большие в клубе изменения, и в целом в городе Караганда, да, болеют за эту команду. Такой интересный клуб. Так вот, именно этот интересный клуб в последние игры, да, вселяет в свою команду, ой, в своих болельщиков, да, надежду, что все будет хорошо. Располагается на шестой строчке, имеет 13 очков. И довольно приличную игру Сарыарка показывает. Тем интереснее, не пропустите параллельный матч, посмотрите. Но у нас с вами буп-передача от команды «Горняк». Перехват уже в исполнении Бурделева. Интересный матч в том плане, что «Горняк» сейчас делает больше хороших, качественных действий, движений в атаке и в защите. Но пока вот ключи к воротам Колесникова есть, но вскрыть не получается. Хороший бросок в исполнении никого иного, как Гурьева, если я не ошибаюсь. Показалось мне. Если ошибаюсь, ну, прошу прощения. Быстро, очень быстро двигаются хоккеисты. Бурделев. И вот это моментище. С убойной позиции Сергей Твердохлебов расстреливал сейчас Владислава, голкипера команды «Горняк». Но Нурек хорош. Еще одна ответная атака в исполнении уже Артем Буб. Это был. Дархан, как тебе второй период? Второй период проходит на, я думаю, обоюдоострых атаках, потому что
Алматы воспрял духом после первой сразу же быстрой заброшенной шайбы, я думаю. И я думаю, что статистика второго периода будет немножко равная, я думаю. Ну вот в целом, ну вот скажу свое мнение, да, что Горняк, ну, наиграл-то на шайбу однозначно, наиграл, потому что столько, да, атак. И вот действительно бывает вот такое в хоккее, да, ну и в любом другом виде спорта, когда, ну, вроде, ну, вот все осталось, ну, вот просто, я не знаю, с мясом туда затолкать там шайбу, мяч, да, или другой спортивный снаряд, я говорю, и в игровых видах спорта, ну, вот пока, да, вот немножко не получается, но однозначно игра довольно достойна у Горняка. Да, я хочу, ну, говорить охотно всегда о хорошем. Вот есть два положительных момента, это... что в меньшинстве хорошо Алматы играет, и Горняк не удаляется. Вот, да, кстати, момента. Между прочим, вот хороший, да, хорошее замечание, Даркан. Горняк вообще еще не удалялся. Да, ну да. Вот вообще. Это вот сегодня я дважды вижу такое. Первое я видел, когда, да, работал на мат и Актобе. Там на мат вот, ну, просто не удалялся два периода вообще. Вот представьте, да, насколько это вообще здорово, показатель хороший. С учетом того, что Сергей Викторович Неструев всегда говорит, да, что нам этот компонент нужно подтянуть. Нам нужно всегда с этим бороться, потому что, ну, не в хорошую сторону. Для любой команды играют удаления, и Горняк не исключение. И вот вам, пожалуйста, да, качество. Какое качество? Ноль удалений, пожалуйста. Это прям, ну вот здорово. Честь и хвала ребятам сегодня. Ну и видна работа все-таки главного тренера. Я так думаю, что удаление, не удаление, это тоже хорошо. Алжалгастырамыз, біз әріптесім екеуміз әңгімелесіп жатырмыз. Біздің жанкүйерлерімізге ол өте қызықты болатын шығар деп ойлаймыз біз. Ал енді мына жерде алматылықтардың шабуылы тағы да болды. Өте қауіпті Сергей Твердохлебов та одан бұрын 2 минутта 3 минутта уақытта арасында лақтырыстырды жасаған. Біз айтып жатырмыз әріптесім екеуміз, статистика жағынан осы екінші кезең басқаша көрінеді. Мына жерде 2 минуттық айыпталу уақытымен алматылықтар тағы да жазаланады мүмкін. Көрсетіп жатыр төрешілер жоғары таяқшаны ойнап жатқаны үшін ережені бұзып жатыр. Жоқ, Горняк командасының Сергей Лазарев ойыншысы аяқты іліп алған үшін жазалап жатыр осы қожайындар алаңының ойыншыларын. Ал енді көпшілікте бірінші рет осы екінші кезеңнің ортасында дейміз уақыт аралықта көпшілікте ойнайды алматылықтар. Әрине мүмкіншілік пайда болады, өйткені Горняк командасының ойыншылары осы компоненттен өте, қалай айтсақ, нашар ойнайды. Сондықтан да алматылықтарда мүмкіндік туындайды. Ал енді екі жақтында ойыншылары алмасып жатыр. Әрине, біз білеміз, хоккей ойынында екі, және немесе бір жарым минуттай ойнайды ойыншылар. Бірақ осы мұз алаңында сырғанау әрине өте жүйрік болады. Және осы жылдамдықтары ұшқыр болғандықтан әрине тез шаршап кетеді ойыншылар, тез алмасады, жиі-жиі алмасып отырады. Демалысқа Сергей Твердохлебов мына жерде және Денис Гурьев атты ойыншылар шайбын енгізіп жатыр. Енді Горняк командасының ойыншылары шығарып жатыр шайбаны. Ал қақпашылар да ойынға кірісіп жатыр мына жерде. Ұстап қалып жатыр Горняктың ойыншылары қазір. Қонақтарын алаңында шайбасын уақытты созуда әрине ұйымдастырып нақты шабуылды жалғастырамыз деген алматылықтарды біз көріп жатырмыз. Мына жерде алып қойып жатыр шайбаны рудныйлық ойыншылары әрине уақытты созуда. Қазір тағы да лақтырыстарды қабылдап жатқан Горняктың ойыншыларын біз қарап жатырмыз. Ал мына жерде офсайд ережесі бұзылған шығар мүмкін әрине, иә. Сергей Твердохлебов алдыңызда, өте мықты ойыншы. Осы екінші ұжымның ойыншысы ретінде жұмыс атқарып жатыр. Дмитрий Селютин алдыңызда. Иә. Ал бізде хоккейді не басқа спорт түрлерін ұнатасыз ба? Онда көрсетілімнің бас демеушісі OneXBet компаниясының сайтына өтіңіз деп жатыр бізде. OneXBet. Ал біз Sport Life телеканалында Горняк пен алматылықтардың арасындағы қақтығысты тамашалап жатырмыз. Көпшілік
30 секундтай уақыт алматылықтар өткізеді көпшілікте. Ал қорғаныста тағы да Горняк ұжымының ойыншылары. Владислав Нуриктің қақпасына бағыттаған Лақтырыс. Бірақ мына жерде ойынға тез кіргізіп шайбаны, тез уақытты созбай көпшілік бітсін деп Владислав Нурик шайбаны тағы да енгізіп жатыр ойынға. Күрішлердің сықырын күтпей. Әрине ол тез ойынды аяқтау, тез көпшіліктен шығу. Кемшіліктен кешім сұраймын. Тағы да мына жерде Лақтырысты жасаған Дмитрий Селютик. Айтып жатырмыз, тәртіпті ойынды өткізген Горняктың шабуылдарын. Владислав Нурик қабылдап жатыр шайбаны. Иә, Данила Милушкин қазір қабылдап жатыр. Лақтырып жатыр Милушкин шайбаны. Ал Владислав Нурик нақты тұрып жатыр өзінің қақпасында. 17-ші номердегі ойыншы Кирилл Баев бізде жарнама. Бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Жалғастырамыз, жарнамамыз аяқталып жатыр. OneXBet компаниясы бізге ұсынып жатыр. Ал бізде тағы да қазір қараңыздар, шайбаға таласта Оскар Юлбарисовтың еншісінде шайба. Өте жақсы алматылықтар доғарып жатыр осы Лақтырысты. Қазір қателесіп жатыр Денис Катов шайбамен. Денис Катовтың еншісінде қазір шайба. Горняктың шабуылы пиген жерде пайда болып жатыр, бірақ жоғалтты тағы да шайбаны. Лақтырыс көксіқтан бола мекен, бірақ қауіпті Лақтырыс. Шайба алаңнан шығып кетіп жатыр. Иә, Захар Захаров Лақтырысты жасаймын деген ниетін көрсетті, бірақ шайба алаңнан шығып кетіп жатыр. Анатолий Шишов алдымызда болды. Мына жерде бапкерлер әрине қазір осы үзілісті пайдаланып қалып, өзінің ойыншыларына тактикалық пікірлерді айтуда. Анатолий Шишов пен Сергей Твердохлебов. Сергей Твердохлебов өте жиі-жиі осы шайбаны енгізу нүктесіне шығып жатыр. Әрине өте алып ойыншы. Өте қауіпті Лақтырыс мына жерде болды, бірақ мына жерде Руслан Утебаев па? Жоқ, Захар Захаров Лақтыр жасаған, бірақ мен ойымша басқа ойыншы болды. Куршук жоғалтып алды шайбаны. Алматылықтардың қарымта шабуылы. Захаров таласып жатыр шайбаға. Өте жақсы Захаров. Алматылықтар болмай жатыр. Шайбаны өте жақсы ұстап жатыр алматылықтардың ойыншысы. Тағы да Лақтырыс бортқа атылған шайбаны біз көріп жатырмыз. Горняктың қарымта шабуылын біз қазір тамашалаймыз ба, ол үлкен сұрақ. Мына жерде Платонов Лақтырыс па, пас па, білмейсің ол жағын. Шайба шыққан жоқ көксіздіктен. Тағы да шабуыл жалғасып жатыр бізде. Ал уақыт шектеулі болып жатыр бізде. Тағы да алматылықтардың шабуылы. Сергей, саған сөз. Остается меньше 5 минут. Владислав Нурек сейчас фиксирую шайбу, и нам показывают защитника Сергея Мартынова. Владислав, на ваших экранах голкипер команды Горняк. Еще разок мы посмотрим этот момент. Сам в зону шайбу завозит, сам атакует практически от синей линии Сергей Мартынов. Задумчиво серьезные лица болельщиков, но вот вы можете оценить, насколько их много здесь. Софи пишет, нет моментов, нет шайб. Ну, не всегда. Моменты
и заброшенные шайбы говорят о качестве игры. Есть такие матчи, когда вот в первом периоде количество атак в створ ворот 4 и 3. Поэтому, несмотря на то, что ты чемпион страны, да, всякое бывает. В любом случае, не может быть ничего другого, кроме как хорошего хоккея. Играя и не забрасывая много шайб, говорит о том, что команды сейчас настроены только на защиту и ждут ошибки в основном соперника для того, чтобы контратаковать. Это однозначно тоже интересный факт с точки зрения технико-тактических действий для команды. Ну что, вот и на скамеечку присаживается Данила Милушкин, номер 10. Таким образом, третий раз в этой игре команда Алматы остается в меньшинстве за 4:23 до завершения второго периода. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. Смотри хоккей, болей за любимой командой вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Есть такой инсайт от пресс-службы команды «Горняк». Иван Гавриленко перешел в хоккейный клуб «Горняк», являясь воспитанником усть-каменогорского «Торпедо». В нынешнем сезоне 3 матча провел за молодежный хоккейный клуб «Торпедо», набрав при этом 1 балл. В прошедшем 1xbet «Жастар» Казахстан Кубок ГФ в 2023 году сыграл за «Торпедо». Ну что у нас? Заброшенная шайба. Ну вот, дорогие друзья, что я могу здесь сказать. 17 номер, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Кирилл Баев и Кирилл забрасывает эту еще одну шайбу. Софи, вас услышали. Смотрим еще раз за этим моментом. Таким образом, счет у нас под завершение второго периода становится 2-0. Впереди гости, команда Алматы. Еще раз давайте посмотрим на статистику. Ну, не совсем много очков, но от этого не менее важным эта шайба не становится, потому что в таких противостояниях, которые идут от ножа, от хоккейной борьбы, хуже не становится. Горняку нужно отыгрывать сейчас целых 2 шайбы уже. Таким образом, Горняк сейчас, я уверен, будет стараться как можно больше атаковать, как можно больше нагнетать. Хотя по первому периоду статистика говорит нам о том, что Горняк в 2 раза больше атакует. Горняк в 2 раза больше хоккейных действий выполняет в игре. Но вот пока, к сожалению, для болельщиков команды Горняк не получается взломать ворота Филиппа Колесникова. Еще раз смотрим. Отбрасывая сейчас в сторону шайбу Хоменко. Ян Хоменко, который в прошлом сезоне-то играл, собственно говоря, что еще удаление? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, показывают нам здесь Руслана Утибаева. Руслан играет в нападении в 4-м звене. Ясно за что, понятно кого. А, вот так даже. За подножку и симуляцию. Нырок своеобразный, есть такое понятие в хоккее. Утибаев недоумевает, однако, ну вот, вдвоем сейчас игроки команды Алматы. Тигран Петросян, симуляция, и Руслан Утибаев. Мы прекрасно видели, за что. Ну вот, нам сейчас покажут, за что. Интересный формат у нас с вами. Такого еще сегодня в матчах Горняка, в матче Горняка мы не видели. Ну вот и посмотрим, тем интереснее за 3:25 будет наблюдать за происходящим. Сергей Викторович Невструев, его помощник, партнер, надежный друг Максим Андреевич Комиссаров. Сейчас мы их видели. Галимов против Бурделева на точке вбрасывания. Интересное сочетание игроков. Галимов получше будет в этом действии сейчас. 4:04, 2 минуты поиграют игроки обеих команд. Ну вот, наверное, так ошибаться не нужно сейчас. На пятаке пластается Нурек сейчас, шайба. Не видно где. А, все верно. Нурек опытным жестом ее вылавливает. Видим на льду Александр Куршук и никто иной, как Егор Кожевников. Самоотверженно Горняк защищается в формате 4:4. Еще раз. Да,
на пятаке. Большое количество игроков команды «Горняк», ну и Бурделев вместе с Кожевниковым от команды «Алматы» были готовы добивать, но на месте сейчас Владислав Нурек довольно уверенно действует в створе ворот, доверяют ему тренерский штаб, это очень важно. Смотрим еще раз на вбрасывание. Теперь у нас здесь другая пара игроков. Снова «Горняк» выигрывает вбрасывание. В первом периоде «Горняк» был посильнее в этом компоненте. Говорил, 12 против 7 у «Алматы». Розыгрыш. Ох, Захаров хорош сейчас. Великолепная атака. 4 на 4 продолжается у нас с вами. Будет ли подножка сейчас? Захар Захаров в падении. Нет, как мы видим, ничего страшного не происходит. Захаров у борта против Авзалова был. Выцарапывает «Горняк» сейчас шайбу за 2 минуты 26, 25 секунд. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. Самостоятельно сейчас решил действовать Шишов от команды «Горняк». Канашев шайбу принимает от партнера, от Захарова. Опять же ищет адресата, находит Захаров. Шайбу в зону завозит. Готов там был Платонов передачу поймать. Не получилось. Канашев по борту. Перехват осуществляет Кожевников. Он и начинает сейчас свою атаку своей команды. Оставляет шайбу партнеру. Атака на месте. На месте Владислав Нурек. Формат 4 на 4. Еще 23 секунды. 22, 20. Ну что, давайте смотреть и наблюдать. Вообще, мне лично, и думаю, что вам тоже будет интересно посмотреть за статистикой, за цифрами, которые есть. Нурек видел бросок, видел момент атаки, атаковал никто иной, как нападающий Артем Бурделев. Нападающий второго звена Артем. Владислав Нурек на ваших экранах. Еще разочек насладимся интересным моментом. Бурделев, Нурек. Нурек победитель в этом противостоянии в микродуэли. На точке вбрасывания Гурьев от команды «Горняк» и Андрусенко от команды «Алматы». Оп, «Алматы» выигрывает вбрасывание. Борется у борта сейчас Маркабаев. Маркабаев там прессингует. Помогает ему в этом Гурьев. Канашев. Канашев хорош сейчас. Масса у Канашева, конечно, довольно серьезная. Он так по-отцовски приложил игрока команды «Алматы». «Горняк» начинает свою атаку. В зону входит. Передача хорошая. Момент. Не удается Колесникову зафиксировать шайбу. Продолжается атака. Меньше минуты остается сыграть во втором периоде. Ну что ж, Лина, мотивацию надо поднять. Не все еще потеряно. Да, конечно, не все еще потеряно. Играть целых 20 минут впереди, а еще, возможно, овертайм и булит. И знаем, умеет «Горняк» отыгрываться, умеет играть и забрасывать. Гурьев, 27 номер, готов сейчас скатить на пятачок и помогать. До него шайба вот только сейчас доходит. Закрыта синяя линия силами команды «Горняк», а именно 28-м Кротовым. Утибаев на смену покатил. Ну что, атака нужна сейчас. В оставшиеся секунды «Горняку» надо в раздевалочку забросить. Ну и хороший наброс был. Попытка была просто великолепная. Но вот задумку партнеры по команде «Горняк» не поддержали. Закончился у нас с вами второй период. И да, разочарован сейчас Вячеслав Шарипов. Идея у него была очень хорошей. Однако «Горняк» пишет Галимов шайбу. Да, ряд игроков, которые могут забрасывать. Петросян на ваших экранах. О лучших игроках и той, и другой команды мы поговорим уже в третьем периоде. Ну что, по моим ощущениям, «Горняк» наиграл давно уже на одну шайбу, на две. Игра очень-очень равная, потому что вот равный счет был бы как раз, наверное, в тему. Что характерно. В любом случае, мы с вами, я думаю, что услышим и увидим кого-нибудь от команды «Горняк». Ситуация прояснится. Ну и, конечно же, опыт и тренерский штаб команды «Горняк» сейчас
внесет свои коррективы. Давайте посмотрим, кто это будет. Да, мы видим 9 номер, если я не ошибаюсь. Никто иной, как нападающий Захар Захаров. Нападающий второго звена, команда «Горняк». И давайте послушаем, Айдар, Дархан, слово. Вечерс, «Горняк», Алматы. Встреча. С нами игрок команды «Горняк» Захар Захаров. Захар, второй период прошел такой очень активный. Что скажешь? Ну, поймали нас на ошибке, забили два гола. Сейчас в раздевалку придем, поговорим, исправим ошибки. Что скажешь об по защите соперников? Да ничего не могу пока сказать. Три большинства было, реализация, вот что по этому поводу скажешь? Надо будет исправлять реализацию, пока еще идем к этому. Все понятно, удачи в третьем периоде, спасибо большое. С нами был игрок команды «Горняк» Захар Захаров. Ну и до скорых встреч во втором периоде. В третьем периоде, извиняюсь. Спорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана – и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport. Телеканал InSport представляет 1xBet Cup – супертурнир по московской пирамиде. С 14 по 17 октября лучшие профессиональные бильярдисты мира наравне с любителями поборятся за призовой фонд в 5 миллионов тенге. Не пропусти главное событие в мире бильярда в стране в спортивно-развлекательном клубе «Бастау». Вся информация на fps-rk.kz. Генеральный спонсор турнира – букмекерская компания 1xBet.
1xBet Pro Хоккей Лига СИ. Статистика второго периода на ваших экранах. Статистика плюс-минус равна, если не брать во внимание, да, тот факт, что по вбрасываниям 16-10. Но вот по броскам в створ ворот плюс-минус ситуация понятна. И если мы говорим о блокированных бросках, да, то здесь Горняк 7 блокированных бросков осуществил против 4 у команды Алматы. Гол в большинстве и меньшинстве еще пока команды не забрасывали, но вот по удалениям лидирует команда Алматы. 16 все вместе. Коллектив Алматы набирает против 4 команды Горняк. 16, потому что там за симуляцию, насколько я помню и понимаю, был удален игрок команды Алматы на 10 минут. Тем самым вот именно такая большая разница. Судейский корпус на ваших экранах сегодня не так много у них работы. В целом игра проходит в хорошей атмосфере. Немного, в свою очередь, во втором периоде потолкали Зуев и Кротов. А так вот команды прекрасно понимают, что ни к чему этот нерв. Гораздо лучше сосредоточиться на хорошем хоккее. И в целом, вот что я, что мой напарник, мы вот пишут нам здесь, что комментаторы переживают, болеют за Горняк. Дорогие друзья, это абсолютно не так. Мы за хороший хоккей. И отрицать тот факт, что какая-то из команд в каком-то компоненте лучше, чем другая, думаю, что, наверное, будет правильным, потому что это факт, и это видят все, и сказать, что белое это черное, ну, будет совсем ни к чему. Более того, болеть нам абсолютно незачем. Мы вообще, собственно говоря, только за хороший и качественный хоккей. Тем более, что сегодня именно такой хоккей, несмотря на то, что одна команда проигрывает, другая выигрывает. Лучше, я думаю, что нужно будет сконцентрироваться и на том, что мы сейчас видим. А видим вбрасывание сейчас у нас Твердохлебов против Шишова. Противостояние выигрывает вбрасывание команда Алматы. Мотивацию надо поднять. Да, совершенно верно, мотивация нужна. Я думаю, что опытный тренерский штаб команды Горняк однозначно найдет все слова необходимые. Есть еще 20 минут для того, чтобы сравнять счет. Тем более, что как бы кто ни говорил, за кого мы там топим, но то, что Горняк наиграл на заброшенные шайбы, это абсолютно точно. И с этим, думаю, что тяжело будет поспорить. С шайбой сейчас у нас Мартынов. И Твердохлебов готов там замкнуть атаку в пустой угол. Нурек на месте. Контролирует сейчас он ситуацию происходящую. Генеральный спонсор трансляции компании 1xBet. Атака Твердохлебов. Так вот, шайба к нему прилетела. И сейчас Александр Катков с Твердохлебовым общается в такой дружеской, интересной обстановке. Нурек на ваших экранах. Был отскок, и Твердохлебов находился на месте. К нему, собственно говоря, на клюшку шайба эта прилетела. Но он, естественно, атаковал, как и положено. На ваших экранах Селютин. На точке вбрасывания Маркабаев против Андрусенко. Еще разочек мы с вами увидим этот компонент. Давайте посмотрим. Еще раз Юрий Андрусенко на точке вбрасывания. Снова против Маркабаева. Трафик перед воротами. Однако на льду сейчас находится игрок команды Горняк. Вот увидеть бы нам номер, все бы, конечно, встало на свои места. Игра продолжается. Игра не остановлена. Судьи пока никак не реагируют на этот момент. Борьба у борта. И вот только сейчас остановка игры. Давайте посмотрим. 27 номер. Денис Гурьев, нападающий. Нападающий третьего звена. Будем надеяться, что все хорошо с Денисом. Видимо, какая-то микротравма. Приглашают Богдан Потапов. Передаем тебе привет. Здорово, что ты с нами.
Продолжай смотреть, приглашай друзей, Богдан. Всего хорошего, удачи. Нас смотрит 185 человек in Sport Life. Давайте сосредоточимся на этом моменте. Гурьев поймал шайбу на себя. Еще разок и еще раз, да. Атака была и поймал Денис Гурьев эту шайбу. Будем надеяться, что все нормально. Тем более, что ну вот самостоятельно пока он не может покинуть лед Денис. Помогают ему партнеры. Дмитрий Силютин, Сергей Лазарев, Иван Канышев. Желаем всего хорошего. Всем игрокам не получать травмы, потому что, ну вот, самое начало сезона, да, несмотря на то, что 14 игр сыграно у команды Алматы и 12 у команды Горняк, в целом 76 по чемпионату, так или иначе, все впереди, и для хоккеистов, вообще в целом, для любой команды это работа, это, да, определенные желания проявить себя, показать, пусть все у всех будет хорошо, ни у каких травм не будет. Капитан команды Куршук сейчас с шайбой. Саша передачу делает на партнера. Снова шайба у Александра. Длинный пас вперед уже на Галимова. Проброс фиксируется у нас с вами. Айдар Галимов на ваших экранах. Если мы говорим о том, на кого есть надежды в тех или иных командах, говорю про нападающих, да, то топ-5 нападающих команды Алматы — это Сергей Твердохлебов, Егор Кожевников, Артем Бурлилев, Данила Милушкин, Ян Хоменко. Если говорим о команде Горняк, то Оскар Юлборисов, Денис Скатов, Данила Платонов, Айдар Галимов, Захар Захаров. Я вот беру просто топ-5 по статистике. Не хочу обидеть никого. Есть еще у других игроков набранные очки. Так или иначе, вот топ-5 на сайте про Лигасы.кз. Есть такая статистика, посмотрите, если вам интересно. Продолжается у нас с вами третий период. И уже здесь Александр Катков сейчас с шайбой находится. Здорово, Катков ушел от силового приема. Захар Захаров самостоятельно с неудобной руки мимо ворот. Горняку, Горняк, здорово, перехват сейчас. И атака выше ворот. Еще и... Галешник, 35-й номер, забрасывает Данила Платонов. Ну вот, смотрите, перехват качественно. Очень здорово среагировали партнеры команды Горняк на желание забросить. Давайте еще раз посмотрим. Выше ворот там Захар Захаров. Атаковал и Данила Платонов. Трибуны сейчас взрываются, скандируют имя Платонова. И еще разочек. 25-й номер, передача Александр Семочкин это был. Давайте посмотрим, насладимся еще разок этим моментом. Как и говорили мы, Горняк наиграл шайбу давно. Могли забросить, но вот пока не получалось. И теперь провала. Тем интереснее будет смотреть за 17 минут 01 секунду до завершения третьего периода. Уже на тоненького. В любом игровом виде спорта, да, такая разница минимальная, она ни о чем не говорит. А наоборот, придает интригу в матче, что мы и хотим, что мы и любим. В целом, за что любим хоккей. Еще разочек, 23-й номер, да, это Шишов, Анатолий Шишов. Ну вот, сейчас все стало на свои места, и с этого ракурса было видно очень и очень здорово. Все верно, Анатолий Шишов, там на пятаке был Захар Захаров, Шишов, Захаров и Платонов. Все верно, разобрались. Лина пишет, Данила Мастерюга, молодец. Здорово, что вы так цените и любите своих игроков, любимых хоккеистов, любимые команды. Еще раз Шишов, Лазарев, Платонов. Таким образом, дорогие друзья, Горняк отыграл одну шайбу. Первая заброшенная шайба для Горняка в этом матче. В параллельных матчах у нас Сарарка пока
против Бей-Бориса ведет 1-0. Торпеда Иртыш 3-1. Торпеда Орлан Кулагер 1-0 Орлан. Ну, у нас с вами все понятно. Вы видели этот счет. Так, ну и что сейчас? Просмотр был. Не защита на шайба. Об этом сейчас мы узнали. Раздосадованы болельщики. Да. Ну что ж, жизнь, как говорится, продолжается. В любом случае, шайба в створе ворот Филиппа Колесникова побывала. На точке вбрасывания Андрусенко против Семочкина. Вбрасывание в средней зоне. Посмотрим за этим противостоянием. Хороший отыгрыш. И здорово сейчас Семочкин. Ну вот, удаления не будет. И еще одна атака в исполнении команды Горняк. Шайба мечется на пятаке. Шарипов в сторону ее откидывает. Снова Шарипов был с шайбой. Защита команды Алматы в деле. Шайба в среднюю зоне. И таким вот образом удаление у команды Горняк за подножку. Катит на скамейку штрафников 25 номер Александр Семочкин. Да, момент был на ваших экранах. Добавить к этому моменту особо нечего. По турнирной таблице, которую мы с вами видим вот на данный момент, Горняк находится на 7-й строчке, 12 очков. Команда Алматы 10 на 9-й строчке. Если говорим о противостоянии Сарыарка Бей-Борис, то Бей-Борис на 5-й строчке 16 очков, Сарыарка на 6-й 13 очков. В большинстве сейчас играет команда Алматы. На ваших экранах номер 17 Оскар Юлбарисов. Ну а здесь уже Сергей Твердохлебов, один из лидеров команды Алматы. Точка выбрасывания Галимов, вижу, и Бурделев. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. Смотри хоккей, болей за любимой командой вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Горняк ищет возможность для начала атаки. Завтра также в 19:00 состоится еще одна игра, еще одно противостояние между этими командами. И атака, Куршук был близок к тому, что забросить. Раздосадован Саша сейчас. Понятно, что старался. Да, хороший, в большинстве было. Ну, да, хороший перехват. Галимов. Вообще помним, да, и знаем, что Горняк умеет забрасывать еще и в меньшинстве. Бурделев сейчас передачу на партнера. Еще раз здорово отработали в защите. Шишов с шайбой. Шишов в зону противника входит. Бросок. Галешник. Ну вот сейчас-то не получится отменить. Сейчас эта шайба точно будет засчитана. Валерий Садиков забрасывает эту шайбу. И коварно, по-предательски, она в домик Филиппа Кожевникова попала. Не спеша и потихоньку за ленточку в ворота проникла. Еще раз. Ну вот что, в меньшинстве. Только я сказал, что Горняк умеет и знает, как забрасывать в меньшинстве. Как будто воду гляжу. Сегодня я вот не раз угадываю ситуацию. Да, сказал я, что Горняк не удалялся. И Горняк удалился, сказал, что давно не забрасывали. И вот, пожалуйста. Ну, две атаки в меньшинстве, об этом и говорили, в принципе. Да, и вот Салам пишет. Передайте привет Диане. Диана, вам привет. Здорово, передавайте друг другу приветы. Ну, вернемся к нашим игровым ситуациям. Горняк в меньшинстве забрасывает шайбу. Валерий Садиков. Здорово. Продолжается. Лазарев сейчас отыгрывается назад на партнера. По борту вперед. И Горняк, даже несмотря на то, что в меньшинстве, высокий прессинг сейчас организует, напрягает ситуацию сейчас
для Алматы Шарипов. Там это у нас находился. Ну что, дорогие друзья, 1xBet Pro Хоккей Лига СИ. Сыграно 5 минут в третьем периоде. И уже есть одна заброшенная шайба. Силами Валерия Садикова. Я дурус, бізде есеп ашылып жатыр. Горняк жағынан есеп 1-2. Валерий Садиков өте жақсы лақтырысты жасады. Филипп Колесников оны байқамай ұстай алмады. Ал шайба баяу сырғанап осы қызыл сызықтан өтіп гол осылай болып жатыр енді. Қазір Алматының шабуылы. Әрине, қазір Горняк командасы осы голды соққанан кейін әрине ұмтыл жасайды. Ол өте қауіпті. Алматылықтар әрине қазір осы шабуылдарды көбейтеді, нығайтады дейміз. Денис Катов қазір шайбамен. Қара жейдегі жейдені киіп алған Рудный командасының ойыншылары қазір шайбаны жоғалтып жатыр. Алматылық өте жақсы пас болды, бірақ ешкім болмайды. Нақты лақтырыс, үшінші гол. 93-ші номердегі Сергей Твердохлебов голды соғып, оң жақтағы бұрышқа бағыттаған лақтырысты көріп жатырмыз. Біз, құрметті жанкүйерлер, алматылықтар 3-1 есебімен алда енді. Қараңыздар, 11-ші номердегі Артем Бурделев ассистент ретінде шығып жатыр. Сергей Твердохлебов осы голдың авторы болып атанып жатыр. Құрметті алматылықтар, құттықтаймыз. Өте жақсы ойын алматылық жағынан. Қараңыздар, тағы да қайталау, өте жақсы Захар Захаров қорғаныста, бірақ ешқандай кедергі жасай алмады. Артем Бурделевтің да қазір ұпайы жазылып жатыр ассистент ретінде. Ал Владислав Нурик көмектесе алмады өзінің командасына, ұжымына дейміз. Орта шебінен бастап жатыр Батыр Марқабаев. Жақсы алды. Қазір өте нәзік есеп болды, бірақ осы алматылықтар нақты жасап жатыр қазір соққыларды. Тағы да алматылықтардың шабуылы, қауіпті жағдай, қауіпті шабуыл. Горняк командасының ойыншылары кіріп жатыр, бірақ қалай гол есептеле ма, жоқ. Қазір Вячеслав Шариповтың сырғанау мәнерін біз көріп жатырмыз. Вячеслав Шариповтың, қараңыздар, тағы да қайталау, қараңыздар, қорғаныста мына жерде қақпашыны соғып кеткен Вячеслав Шариповты біз көріп жатырмыз, және лақтырысты жасаған. Есептей ма қазір төрешілер осы лақтырысты? Қазір бейне қайталауды қарап шыққаннан кейін нәтижесін айтады қазір төрешілер алқасы. Әрине, бізде осындай нақты лақтырыстарды тамашалап жатыр біздің жанкүйерлер. Ал хоккейден Қазақстан біріншілігінің бас демеушісі 1xBet компаниясы. 1xBet компаниясы көрсетілімнің демеушісі. Хоккей қара, спорттық эмоциялардың бас демеушісі мен сүйікті командаларыңды қолда деп жатыр. Ал бізде Кирилл Баев, бізде қазір Вячеслав Шариповты отырғызып жатыр айыпталу аймағына. Өйткені қақпашыны соғып кеткені үшін мына жерде Александр Куршуктың беті де қанап тұр қазір. Төбелескен шығар қазір, білмеймін. Әйтеуір беті осындай болып жатыр қазір бізде. Оскар Юлбарисов және Илья Кавзалов енгізу нүктесінде болды. Алматылықтардың еншісінде шайба. Шайбаға талас. Лақтырыс. Шайбаны лақтырып жатыр. Кемшілікте қазір Горняктың ойыншылары. Біз білеміз, Горняктың ойыншылары кемшілікте гол соға білді. Тағы да қазір пас Айдар Галимов. Лақтырыс. Бірақ Оскар Юлбарисов қалдай алмады осы шайбаны. Алматылықтар қорғаныста. Өте қауіпті мына жерде лақтырыс болды. Қазір төрешілер сықырығы Оскар Юлбарисовты итергені үшін қазір мүмкін жазалайды. Иә, дұрыс.
бір ойыншыны отырғызып жатыр Алматылы командасының жағынан 17-ші номер бұл әрине Кирилл Баев. Енді тең құрамда ойнайды. 1.25 минут. 1.21 минуттай уақытта 4-4 форматта ойнайтын шығар. Екі ұжым әрине. Қонақтардың алаңында қазір шайбаны енгізеді. Өте қауіпті жағдайлар туындап жатыр екі жақтың да қақпан алдында. Біз айтып жатырмыз. Лақтырыс Филипп Колесников орнында бәрін қадағалап, бәрін көріп жатыр. Ал лақтыр жасаған Дмитрий Васильев. Дмитрий Васильевтің лақтырысы болды. Бізе жарнама. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Қосылып жатырмыз біз шағын ғана жарнамадан кейін. Мына жерде айыпталу аймағына Баев Кирилді отырғызып жатыр төрешілер. Тең құрамда ойнап жатырым екі ұжым. Горняктың жойқын шабуылдары осы айыпталу уақытынан басталғалы болып жатыр. Тағы да қожайындардың таяқшасын алдында осы қара домалақ шайба дейміз. Мына жерде тағы талас. 4-4 форматта ойнап жатыр деп ескертіп жатырмын мен құрметті жанкүйерлер. Ал біз InSport Live каналындамыз. Осы Горняк пен Алматының арасындағы қақтығысты көріп жатырмыз. Ертеңде ойын болады. Мына жерде қауіпті лақтырыс гол! Данила Платонов 35-ші номердегі Горняк командасының ұмтылысын қайтарып жатыр. Енді бізде 12 минуттай уақыт бар. 4-4 форматта ойнағасын әрине қазір осындай қауіпті лақтырыстар Горняк еншісінен болып жатыр. Ал енді алматылықтар әрине қазір қосылып тағы да есепті арттырар мыген көрерміз қазір. Осы 2-1 есепте тез ғана кегін қайтарып, үшінші голды соға білді Сергей Твердохлебов, ал Данила Платонов Горняк командасының ұмтылысын, біз айтып жатырмыз, тағы да қайтарып жатыр. Бізде уақыт әлі де бар, сондықтан да қазір бейне қайталауды тағы да қарап жатыр төрешілер. Мұнда қандай сұрақ бар екенін біз білмейміз. Әйтеуір төрешілер алқасы қазір қандай шешім қабылдайды. Ал біздің таблода, ақпараттық таблода ешқандай өзгерістер жоқ. Иә, гол есептелді. Данила Платонов голдың авторы. Кім оған ассистент ретінде шыққанын біз қазір одан ары айтамыз. Тағы да Горняктың ұмтылысы. Есеп әрине өте нәзік болып тұр. Бір голдық айырмашылық бар. Горняктың ұмтылысы әрине өзінің жанкүйерлерінің алдында ақталып, осы жеңіске деген ұмтылысы болады әрине. Бірақ алматылықтар өте жақсы ойнап жатыр осы сәтте дейміз. Біреудің қолғабы жатыр, бірақ алып қойып жатыр қазір Горняк командасы шайбаны. Шабуыл осылардың еншісінде. Ал ойын 4-4 форматта жалғасып жатыр. Горняктың шабуылдары ширақ, тағы да болып жатыр. Тағы да 2-1 лақтыр жасады. Ал алматылықтар, иә, қазір толық құрамда Горняк командасы. Вячеслав Шарипов шыға сала лақтырысты жасап жатыр.
Вячеславтың ойыны өте жақсы болып тұр. Қазір Горняк жоғалтып жатыр шайбаны. Ал алматылықтар осы шайбаға деген ұмтылысы өте жақсы болып жатыр. Алматылықтар қорғаныста. Тағы да шығарып жатыр шайбаны. Ия. Сәл ғана демалып алып, және ойыншылары әрине алмасады қазір. Ауысып демалып алып. Сосын тағы да лақтырыс Оскар Илбарисов қосылып жатыр осы шабуылға. Ия, дұрыс, бірақ пас болмай қалды. Лақтырыс Денис Катов лақтырыс жасаған. Бірақ Филипп Колесников орнында деп жатыр осы ойыншы. Қауіпті лақтырыстар толы ойынды біз көріп жатырмыз. Горняктың басымдылығы айқын. Осы 4-4 форматта да шабуылдары жойқын болды. Алматылықтар әрине қорғанысын өте жақсы білдіріп жатыр. Қожайындар алаңында. Батыр Марқабаев алдыңызда. Данила Платонов алдыңызда. Осы екінші голдың авторы Горняктың құрамында. Есеп 2-3. Овертайм кезеңін көрерміз ба? Ол енді сұрақ Горняктың жұмына дейміз. Төрешілер сықырғы қайталап шайбаны енгізеді қазір төрешілер. Сергей Твердохлебов, Данила Платонов осы енгізу нүктесінде. Екі ойыншы да соңғы голдардың авторы болып тағайындалған. Өздеріне ұпай жазып жатыр әрине. Тағы да қазір енгізуді алматылық аймағында ойнатылады. Ал 23-ші номердегі Тигран Петросян келіп төрешілерге өз пікірлерін айтып жатыр. Сұрақ әрине болады. 2-1-де енгізу шайбаны болды, бірақ тоқтатып жатыр ойыншылар. Мына жерде Тигран Петросянды айыпталу аймағына отырғызып жатыр. Ойынды ұзартқаны үшін осы Тигран Петросянды айыпталу аймағына отырғызып жатыр. Тағы да екі жақтында ойыншылары шығып жатыр енгізу нүктесіне. Платонов пен Твердохлебов ұпай жазып жатыр. Платонов алып қойып жатыр шайбаны. Қауіпті болып жатыр Твердохлебовтың таяғында шайба. Мына жерде құлап жатыр сүрініп алматылық ойыншысы. Мына жерде тағы да Горняктың Захар Захаров атты ойыншысы ала сала пасты жіберіп жатыр. Данила Платонов әріптестерін іздеп жатыр, бірақ ешкім жоқ. Көпшілікте ойнағып жатыр Горняк командасы. Әрине жайғасып жатыр алаңда. Өте көп ашық алаңдар пайда болып жатыр қазір алматылықтардың еншісінде. Өте жақсы, бірақ қорғаныста жақсы болып жатыр. Анатолий Шишов мүмкіншілік пайда болды, бірақ тез қабылдай алмай шайбаны уақытты жоғалтып алды. Лақтырыс, гол! Есеп 3-3! Данила Платонов дубль жасап жатыр. Есеп 3-3. Ол сұмдық есеп болып жатыр қазіргі кезде. Данила Платонов пен оның ұжымы, қараңыздар, өте жақсы. Валерий Садиков оған ассистент ретінде шығып жатыр. Қараңыздар, өте жақсы көтеріліп жатыр осы Горняктың жанкүйерлері. Ал бізде есеп осы енді 3-3. Қалай әлі де осы 3-ші кезеңнің жарты бөлігі бар әлі де. Сергей, сенің пікірін естейміз енді. Ну, дорогие друзья, это совсем другой хоккей в исполнении команды «Горняк». Дважды Данила Платонов забрасывает, дубль оформляет. Ну вот первую шайбу, которую он забросил, да, ее отменили. Там, да, была атака на голкипера. В любом случае, богат на события у нас с вами третий период. Здесь не убавить, не добавить. «Горняк» совершил камбэк. В целом, по всей игре Горняк догонял, хотя играл очень-очень интересно и здорово, не получалось. Но вот сейчас включился Горняк, включает турборежим, забрасывает
две шайбы с небольшим промежутком времени между заброшенными шайбами. Однако, дорогие друзья, все начинается сейчас с самого начала. Самое интересное нас с вами ожидает. Возможно, овертайм, возможно, буллиты. Давайте следить, не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Генеральный спонсор трансляции — компания 1xbet. И 215 человек нас смотрят и в YouTube, Инспорт Лайв. Очень-очень здорово. Шарипов там кружит самостоятельно. Добирает эту шайбу капитан команды Куршук. Дотягивается до нее. Горняк силами Шарипова сейчас продолжает атаку. Шайба у него. Дальше партнером по команде Куршук по борту. Шайба и кружит сейчас. Ну вот видим. Шишов, Захаров, ассистенты у Данилы Платонова. Вперед шайбу пробрасывает Милушкин сейчас. Дает возможность партнерам для того, чтобы смена получилась. 3-3. И те, кто сейчас пришли на Горняк, в Горняк-арену, я думаю, что получают от такого хоккея массу удовольствия. Действительно интересно получается. Твердохлебов, передача и бросок не получился. Откровенно не получился у Ильи Потырка. А могло быть очень и очень опасно. Тем более, что Твердохлебов делал передачу партнеру. Сергей забросил третью шайбу для своей команды. Мы видим прекрасно, что не удалось вложиться в этот бросок. На ваших экранах 23 номер, Тигран Петросян. А это уже пара соперников на точке вбрасывания. Горняк шайбу выцарапывает. Валерий Садиков с ней присутствует сейчас. Играет, ждет момент. Передача. Платонов, Садиков, Шишов. Да, теперь нам показывают еще одну заброшенную шайбу в исполнении Данилы Платонова. Мог замкнуть сейчас Шишов угол. Не получается. Бросок у Каткова. Летит вперед Алматы силами Петросяна. Совсем по-другому заиграли оба коллектива. Прекрасно понимают. Горняк почувствовал запах крови. Обескуражен двумя вот этими заброшенными шайбами, конечно же, Алматы. Напор был хорош. И удача, хоккейная удача вознаградила сейчас за труды команду Горняк. По борту Гурьев пробрасывает себе, но первый Филипп Колесников там был. Без клюшки Колесников сейчас обороняется Лазарев. Передача партнеру. Шарипов набрасывает на ворота, попадает в игрока команды Алматы под синюю линию своему же партнеру. 1-0 сейчас. Нурик. Хорош. Кирилл Баев это был. Получил он на дальней синей линии шайбу. Баев снова у борта, продолжает борьбу. Нарушения правил нет. Баев мог сейчас зарешать и стать героем, возможно, матча. Но вот в противостоянии Нурек и Баев Нурек вышел победителем из этой ситуации. Остается сыграть чуть больше 5 минут. Оскар Юлборисов шайбу принял, завез ее в зону. Галимов там ее обрабатывает сейчас. Галимов с шайбой. У борта передача на Скатова. Скатов также борется вместе с Мартыновым друг против друга. Юлборисов получает по лицу сейчас. Остается это без внимания от судей. Игра продолжается. Разыгрывает снова свою атаку капитан команды Александр Куршук. Был шайбой. Куршук поехал на смену. Захар, Захаров самостоятельно решил всех обыграть. И обыгрывает, и атакует еще. Здорово, Захаров. Филипп Колесников вылавливает эту шайбу. Дает возможность передохнуть. Горняк пишет: обе команды хороши. Без сомнения, Горняк, мы с вами категорически согласны. Оба коллектива выдают хороший хоккей.
кому бы что там не показалось, кто бы за кого не болел, однозначно хоккей просто великолепный. Сегодня мы с вами наблюдаем исполнение боевых коллективов. Снова Филипп Колесников. Продолжают команды находиться на льду. Была такая пауза у ворот. Все притихли, ждали какой-либо провокации, но ничего не последовало. Здорово, Богдан Потапов с нами согласен. Здорово, Богдан. На точке вбрасывания у нас с вами Шишов против Ильи Ковзалова. Тем временем остается меньше 5 минут. 1xBet Pro Хоккей Лига СИ 3-3 Горняк Алматы. Дархан. Жалғастырамыз. Үшінші кезең өте тартысты өтіп жатыр. Захар Захаровтың біз техникалық шеберлігін көріп жатырмыз. Лақтыр жасағыды. Алматылықтар қамалып жатыр өзінің алаңында. Ал есеп 3-3. Айтарлықтай тартысты ойын деп жатырмыз. Қараңыздар, алматылықтардың да Владислав Нуриктің қақпасына жеке шығуын біз көрдік. Бірақ нәтижелі лақтырыс болған жоқ. Горняктың шабуылы қазір өте қауіпті бола мекен, бірақ Филипп Колесников қазір ұстап жатыр. Лақтыр жасаған Анатолий Шишов, 23-ші номердегі ойыншы. Өте жақсы шабуылды имдастыра білді Горняктың ойыншылары, бірақ жойқын лақтырыз бола алмады. Онтайлы қолынан Шишов лақтырған, әрине оны қарсы алып жатқан Филипп Колесниковты біз тамаша көріп жатырмыз. Енді енгізу қонақтарын алаңында. Айтарлықтай есеп 3-3, 4 минут қалып тұр. Кім басымдылықты көрсете алады, кім сәтті шабуылдарды ұйымдастыра алады деп жатырмыз біз. Әрине қазір бізге айқын көрінеді. Я Горняктың еншісінде шайба болды, бірақ қателесіп өзінің таяқшасын жоғалтып алған қара жейдегі формадағы ойыншы болды. Лазарев шайбамен. Енді нақты шабуылды ұйымдастырамыз деген ойыншыларды біз тамашалап жатырмыз. Горняктың тағы да шабуылы өте ширақ, өте жақсы. Филипп Колесников қайтарды осы жойқын лақтырысты. Твердохлебов және Артем Бурделев шығып жатыр қазір осы шабуылға, қарымта шабуылға дейміз. Сергей Твердохлебов өзін әріптесінен пасты күтті, бірақ ешқандай лақтырыс болған жоқ. Иә, қазір проброс. Горняктың еншісінде лақтырыс енгізу болады. Ал Қазақстан біріншілігінің бас демеушісі 1xBet компаниясы. 1xBet компаниясы көрсетілімнің демеушісі. Хоккей қара, спорттық эмоциялардың бас демеушісімен сүйікті командаларынды қолда деп жатыр. InSport Live телеканалында Горняк пен Алматы арасындағы қақтығыс. Бірінші күндік бәсеке. Ертеңді тамаша ойынды біз тамашалаймыз. Ал бүгін осы оңтүстіктен келген қонақ ретінде ұжым өте жақсы бастап, өте жақсы голдарды соға білді. Ал онымен келіспейтін қожайындар алаңы Горняк командасы әрине есепті теңестіріп овертайм кезеңіне жеткізіп жатыр қазіргі уақытты дейміз. Әрине нәзік есеп осы қазір соңғы минуттарында. Алматылықтардың лақтырысы 19-шы номердегі Евгений Зуев атты ойыншы бірнеше рет осы Владислав Нурикті тексеріп жатыр лақтырыстарымен, бірақ Владислав Нурик нақты тұрып жатыр қазір осы Зуевтің лақтырыстарында. Александр Катков та ашулы сезімін көрсетуде, төбелесе жазып төбелесіп қалып жатыр қазір ойыншылар. Әрине өзінің қақпашысын қорғап жатыр әрдайым хоккей ойыншылары. Ал екі жақтында ойыншыларына қазір ұпай, ұжымдарына дейін кешірім сұраймын, ұпай керекті.
овертайм кезеңі керек емес, әрине, ол бір ұпай біреудің командасында болады. Ал тек қана жеңіс керек қазіргі кезде. Валерий Садиков. Шабуыл өте жақсы. Лақтырыс. Гол! Есеп. Горняк 4-3 есебімен соңғы осы 2,5 минутында гол соғып жатыр. Захар Захаров мүмкін голдың авторы болып аталады. Әрине, Захар Захаровтың интервью алған кезінде ешқандай сөздері де болған жоқ. Өйткені нашар ойнап, бірінші-екінші кезеңді осы қайғы күйде болды. Сондықтан да ештеме айталмады өзінің ойынына. Бізге реализация керек деп айтып жатыр Захар Захаров осы екінші кезеңнен кейін деймін. Ал мен өзім, менің ойымша Горняктың ойыншылары өте жақсы ширақ шабуылдарды бүкіл ойында үш кезеңінде де ұйымдастыра алды, кемшілікте де гол соғып үлгірді. Айтарлықтай осы жеңіске деген ұмтылысы өте жақсы болды, бірақ Бақ Жанбай бірінші-екінші кезеңде гол соға алмай, содан кейін бірінші голды соғып жатқан Валерий Садиковты біз тамаша көрдік. Содан кейін ұмтылысы жақсы болды, ал Горняк тағы да ұмтылыс жасап жатыр. Мына жерде Денис Катов лақтырыс бағытына ұмтылды. Айдар Галимов осы қақпан алдында тұрақтап қалып жатыр. Сергей Викторович Неструевтің әрине қазір қабағы ашылды дейміз. Міне, есеп қуанышты 4-3. Әрине қожайындар алаңында жақсы ойнауды үміттенеді, өйткені өзінің жанкүйерлерінің алдында ақталып, жақсы ұпайларды жинап, жақсы ойынды көрсетіп, мына жерде камбэк болып жатыр. Әрине Горняктың ұжымының атынан дейміз, қарандар әлде шайбаны бақылап, шайбаны ұстап жатыр Горняктың ойыншылары. Мен ешқандай жанкүйерлік сезімін Горняк командасына айтпаймын, өйткені бізге ондай сезімді көрсетуге болмайды қазір. Бірақ нақты факт айтып жатыр қазір бізге, Горняктың ұжымы өте жақсы лақтырыстарды жасап жатыр. Тағы да ұстап жатыр шайбаны 28-ші номер Владимир Кротов. Осы бортқа соғып, оны әрине ойыннан шығарып жібереміз деген алматылықтардың сезімін көріп тұрмыз біз. Ал алматылықтар әрине қазір ойынға оралуды армандап тұр. Үміт сондай әрине жеңіске деген. Қазір жеңіс туын ұстап жатқан кезде әрине Горняктың қазір алып қою сәттін көріп жатырмыз. Лақтырыс, тағы да Филипп Колесников мықты ұстап жатыр. 25-ші номердегі ойыншы Александр Семочкин әрине лақтыр жасаған, жойқын лақтырыс. Филипп Колесников алдыңызда. Жақсы бірінші-екінші кезеңді атқарып, әрине айтарлықтай сөз жоқ оның ойынына. Қараңыздар, Семочкиннің жойқын лақтырысы. Ал оны итеріп жатқан Тигран Петросян немесе Спартак Басимовты біз көріп жатырмыз. Лазарев, Вячеслав Шарипов тексеріп жатыр Колесниковты. Қазір ұстай алмады шайбаны, бірақ оған көмектесіп жатыр Дамир Айдуков. Я 44 секунд ұстай алама қазір есепті Горняктың ойыншылары. Ол үлкен сұрақ әрине. Уақыт әрине алматылықтардың еншісіне ойнап тұрған жоқ. Тағы да лақтырыс, өте жақсы. 23-ші номердегі ойыншы Тигран Петросян енгізіп жатыр шайбаны қонақтардың алаңына, бірақ Сергей Лазарев алып қойды осы шайбаны. 16 секунд, 15 секунд. Енді кері есеппен уақыт кетті. Жанкүйерлер санап жатыр уақытты дейміз. Өте қауіпті жағдай. Захар Захаров ұстап қалып жатыр. Захар Захаров осы соңғы голдың авторы болып атанды. Ал
жанкүйерлер горняк командасында өте қуанышты лебізін көрсетіп жатыр. Әрине горняк командасының жанкүйерлері мықты, әрдайым қолдап жатады. Осы командасын бізде енді қазір ойын бітті, есеп 4-3 болып жатыр. Қазір шағын ғана интервью бас бапкермен болады. Сергей Викторович Невструевтің пікірлерін естейміз біз. Ал біздің алдымызда қазір қандай есеп, қандай ойын болғанын біз тамашалаймыз. Бізге қазір қайталау болады. Осы ойынға шалуды біз көре тұрармыз. Ал алдымызда қазір осы қол түйістіріп жатқан ойыншыларды біз тамашалап жатырмыз. Ал біз енді осы келесі ойынға кездескенше ертен сағат 5-те бастаймыз осы ойынды. Максим Андреевич Комиссаров, поздравляем вас с победой. Очень тяжелый матч получился и очень-очень интересный. Подведите итоги матча. Ну да, действительно. Спасибо за поздравления. Я также присоединяюсь к ним, поздравляю свою команду, наших болельщиков всех. Весь тренерский штаб потрудились все, и технический персонал. Ну действительно, победа нелегкая, очень трудная, неоднозначная. Но тем не менее, это победа, и мы ей рады. Мы вас поздравляем. Болельщиков сегодня очень много на трибунах и в социальных сетях. Что хотите сказать своим болельщикам? Ну, поддержка ошеломляющая. Тут однозначная реакция. И, наверное, и вот эта наша концовка тоже с этим связана во многом. Ну, или благодаря им даже, можно так сказать. И именно это то, что нужно всегда. Это то, что и не хватает. Это то, что гонит вперед. То, что этот спорт финишный, конечно, нам удался, но за счет болельщиков, конечно, однозначно. Ну вот вообще долгое время сегодня не могли забить, и вот прорвало большое количество шайб. Что сказали своим ребятам, почему так произошло, как вот это возможно? Ну это обычные требования для хоккея, тем более для такого счета, когда выходишь 0-2 на период, то просто другого не бывает задания. Это все лезть, это бросать, это добивать, это подбирать, снова угрожать. И по новой, и в круг, и в круг, и в круг. И это принесло нам результат. Мы 4 гола забили в 4-м периоде. Это неплохой результат для периода. Еще раз поздравляю с победой, Максим Андреевич. Не задержим вас. Большое спасибо. Спасибо. Еще раз. Спасибо. С нами был Максим Андреевич Комиссаров, тренер команды «Горняк». Далее вас ждут хайлайты. Ну и передаю слово Дархану. OneXBet Pro Hockey Лигасы, Горняк пен Алматының қақтығысы. Мына жерде Горняктың басымдылығы бірінші кезеңде айқын болды. Көптеген лақтырыстарды жасады. Бірінші кезеңнің статистикасын қарастырсақ, 14 лақтырыс басымдылықта Горняк көрсете білді. Бізде өте жақсы ойын болды тәртіпті. Алматылықтар бір рет Юрий Андрусенко аяқты іліп алған үшін
айпталу аймағына отырды. Көпшілік пайда болды Горнякта, бірақ ешқандай нәтиже болған жоқ. Содан кейін бізде қараңыздар, 25-ші номердегі ойыншы Алексей Дерзаев, оған ассистент ретінде Данила Милушкин шығып жатыр. Алексей Дерзаев көксіздіктен лақтырыс жасаған. Владислав Нурик әрине көрмей қалды осы лақтырыс сәтін. Сондықтан да есеп осы сәтте Алексей Дерзаевтың көмегімен 1-0 болды. Ал мына жерде көптеген алматылықтардың да екінші кезеңде мүмкіндіктері болды. Мына жерде төбелес те болды. Баев пен тағы бір Горняктың ойыншысы төбелесе жаздады. Мына жерде бізде тағы да қараңыздар, 17-ші номердің Кирилл Баев атты ойыншы оң жақтағы қақпаға лақтыр жасаған. Владислав Нурик та оны қабылдай алмады. Есеп осы сәтте 2-0. Екінші кезеңде өте осындай жақсы лақтырыстарды өткізе білді алматылықтар. Ал қараңыздар, тағы да мына жерде Сергей Твердохлебовтың мүмкіншілігі пайда болды. Айтарлықтай Горняктың өте жақсы ойындары болды. Данила Платонов мына жерде Валерий Садиковтың лақтыр жоқ, мына жерде Данила Платоновтың лақтырысы болды, бірақ оны есептемей қалды төрешілер. Валерий Садиковтың қазір қараңыздар голын көріп жатырмыз біз, ассистентсіз лақтыр жасаған. Осы шайба екі аяқтың арасынан Филипп Колесниковтың қақпасына кіріп жатқанын біз көріп жатырмыз. Осы сәтте Валерий Садиков өзінің командасын ойынға қайтарды дейміз. 1-2 есеп. Ал одан кейін 1 минуттан аз уақытта Сергей Твердохлебов тағы да есепті артырып жіберді. 3-1. Артем Бурделев пен Сергей Машинец оған ассистент ретінде шыққан болатын. Алматылықтар екінші кезеңді өте жақсы өткізіп, осындай нәтижеге қол жеткізіп жатқанын біз көріп жатырмыз. 3-1 есеп осы Сергей Твердохлебов біз көріп жатырмыз. Голдың авторы болып атанды. Вячеслав Шарипов соғып осы Филипп Колесниковты голды соқты, бірақ төрешілер сосын қайталымды қарап осы голды қабылдамай қалды. Данила Платонов содан кейін тағы да есепті қалай айтсақ арттырды. 2-3 есебімен Данила Платонов осы голдың авторы болып атанды. Анатолий Шишов пен Захар Захаров ассистент ретінде шығып жатыр. Ал Филипп Колесников осы сәтте көңіл күйі түсіп қалыпты. Мына жерде тағы да Данила Платоновтың жойқын лақтырысын біз көріп жатырмыз. Есеп 3-3. Данила Платонов осымен дубль жасап жатыр. Және одан бұрында гол соққан, бірақ оны қабылдамай қалды төрешілер. 3-3. Содан кейін Захар Захаровтың да біз голын тамашалап жатырмыз. Данила Платонов қабылдап жатыр құттықтау лебіздерін. Жанкүйерлерді біз көріп жатырмыз қуанышты сезімін көрсеткенін. Қараңыздар, айтарлықтай 2 минут 28 секунд қалған кезде қараңыздар, Захар Захаровтың шабуылы өте жойқын болды. Және есеп 4-3. 2 минуттай уақыт қалды осы сәтте. Есеп Горняктың еншісінде болды. Горняк басымдылықты көрсете білді. Жалпы айтсақ, екі ұжымның да ойыны тең болды. Бірақ осы бірінші екінші кезеңде алматылықтарға өте жақсы сәттері, мүмкіншіліктерін өте жақсы пайдаланып гол соға білді. Содан кейін Горняк командасының ойыншылары ойынға қайта кіріп дейміз. Валерий Садиковтың голынан кейін осылай есепті 4-3 басымдылықпен көрсете білді. Қараңыздар, қазір Горняк командасы өз бір-бірін құттықтап жеңісті туын көтеріп осылай жақсы тамашалап жатыр. Қараңыздар, Горняк командасы қандай басымдылықпен лақтырыстарды көп жасаған. 40-қа жақындап лақтырыстарды жасап осындай есепке келіп жатыр. Есеп сонымен 4-3. Горняк командасы ұпайларды жинақтап жатыр. Есеп сіздің алдыңызда. Ал сізбен бірге болған Сергей Панов, Дархан Нұрпейісов осылай
хоккей спортын сүйіп, сау саламат болыңыздар. Инспорт представляет. Теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport. Телеканал InSport представляет 1xBet Cup – супертурнир по московской пирамиде. С 14 по 17 октября лучшие профессиональные бильярдисты мира наравне с любителями поборятся за призовой фонд в 5 миллионов тенге. Не пропусти главное событие в мире бильярда в стране – в спортивно-развлекательном клубе «Бастау». Вся информация на fps-rk.kz. Генеральный спонсор турнира – букмекерская компания 1xBet.